Ребят, это Жестянка! Канал про игры! И сейчас мы поиграем вот в эту игру! Очень классно! Сегодня мы хотим вам показать классную игру про такого усатого дядю Лео. Лео Фортуна. Мы будем спасать его золото, помогать ему добыть его золото. Оно было украдено. Сейчас мы вам расскажем эту историю, очень интересно. Оно было не украдено, а разбросано. Ну да, оно было украдено и... Good mornings. Ух ты, надо потише сделать. А бывает утро без чая, совсем, и без света. Когда просыпаешься, и богатство украли, забрали, может, навсегда. Нет, мы будем забирать это золото. Мы поможем его собрать, да. Наверху написано загрузка контента, но ничего. Мы попробуем пройти первый эпизод. Да. Покажем вам вообще всю историю. Идея заключается в том, что это был очень Леопольд удачливый. В короне. Да, в короне. Леопольд удачливый называется. Да. Меня звали великим изобретателем великих изобретений. Но когда мое богатство украли, я стал просто дураком. И здесь была хитрость, ведь вор рассыпал в лесу мое золото, как крошки хлеба. И убежал. Я убежал, оставил жене записку. Дорогая Матильда, я ушел ловить вора. Надеюсь вернусь к ужину. Твой Эл. Твой Эл. Он, Лео назвал себя Эл. Первый эпизод называется «По следам мошенника». Мошенника. Смотрите, идея... Можно, Илюш? Можно я? Подожди, я объясню. Идея заключается в том, что мы управляем синим усатым шаром. Он внешне кажется очень грустным. Да, грустным. Есть две кнопки, которые позволяют ему надуться. Он прыгает там. Надуться и... да, а также присесть. Илюш, подожди, я покажу сначала. Можно подпрыгнуть и резко опуститься вниз. То есть он становится как бы тяжелее. Можно я попробую? Попробуй. Да. Вау. Резко опускается. Дай я пройду первый уровень. Давай, проходим первый уровень. Управление довольно простое. Есть две кнопки вперед-назад. И все. И вот. Он сказал ага. Ага. И можно надуваться, да. Так, проходи. Вот здесь, видишь, подсказка. Смотри, здесь есть нарисованные иногда подсказки на первом уровне. Что нужно сделать? Здесь нужно надуться. А еще классный эффект есть, мне нравится. Я покажу, видишь, можно? Можно разгоняться. Если держать кнопку надуться, то он будет лететь вперед. Он так, опа, продвигается. Но это дальше будет лучше видно. Так, мостик опустили. И продолжаем собирать монетки. Кстати, внизу были шипы. Лучше не прыгать вниз, а то мы, скорее всего, не сможем пройти этот уровень. Да. Прыжок, Илюша, проходишь. Проходишь. По горочке поднимаешься на качельку. Видишь, какая классная игра. Ты промахиваешься мимо. Эй, промахнулся! Надулся не вовремя. Надо прыгать вовремя. Ты смотри, куда нажимаешь. Так. О, шипы. На них нельзя прыгать. Классная динамика. Мне очень нравится. А, ух ты, еще чуть-чуть ты был бы на грани пропасти. Что, разгоняйся, прыжок! Есть! Смотри, шахта! Здесь ты же... Шахта! Разгоняйся, по спирали проходишь вперед. Назад, вперед, назад. А, да чего, разгоняйся и прыгаешь. Держи. Отлично. Великолепно, Илюша, проходит уровень первый. Мостики, заборы. Ага, о, здесь смотрите, какой эффект нужен. Давай покажу, Илюш, смотри. Я покажу сначала, Ну что я? Смотрите, я здесь хочу. Нужно подпрыгивать, и показана стрелочка вниз. То есть нужно сжиматься для того, чтобы как на пружине подпрыгивать. Можно я покажу? Давай, теперь показывай, конечно. Подпрыгивай сначала. Оп. Нет, так сначала надо подпрыгнуть. Ты подпрыгни, а потом нажимай вниз. Опа, вот, видишь, и еще раз. Опа, вот так. Заполз. Он, между прочим, ползает по стенам, как гидра. Толкай эту тележку. Ну, наверняка. Наверняка же есть монетки по дороге. Нету монеток по дороге, не оказалось. Очень классная графика, мне нравится. Да. Ой, тут какая-то пещера, смотри. Вниз туда можно прыгнуть как-то? Нет. Давай попробуем. Нет. Ну ты попробуй сначала, потом оп. Говори нет. Оп. Ну нельзя, да. Так, рычаг. То есть тут надо целый механизм опустить. Оп. Давай, надувайся. Оп. О, отлично. Продолжаем движение. Прыгай. Смотри. А, она поднимается, давай скорее. О, мы чуть не успели.
Теперь темно. Темно, но ничего, у нас есть фонари, подсветка. Нажимай в другую сторону, еще в другую сторону, опять в другую сторону, совсем в другую сторону, и сюда проходи. Yes! Ой, тень какая-то перед нами. Ага, тут какой-то эффект есть, смотри, надо надуться, чтобы опустить мостик. Давай, пробегай. А теперь собираем монетки. Ой, тут тоже надо надуваться. Интересно. Ну, Илюша, признавайся, ты первый уровень проходил, да, я так понимаю? Да, когда впервые увидел. Ага, классно, он так надувается смешно. Вот бы нам в жизни так надуваться. Заходишь в троллейбус, там такие много-много-много людей, а ты делаешь вид, что нету места. Такой, и никто не смог зайти. Шипы. Только не попади в них. Ага, прыгай. Можно я попробую? Нет. Ну так нечестно. Давай по очереди. Так нечестно. Ну, я пройду вот это, потом ты. Он мне не дал поиграть. Вы видели это все, да? Сейчас. Я сейчас расстроюсь. Опа, там туда нельзя, там вот черепок с костями нарисован. Давай, значит, толкай туда шар. Усами толкает бородой. Бум. О, мостик опустился. Отлично. И ты за ним улетел. Тут есть чекпоинты очень интересные. Они, в принципе, откатываются немножко назад. Благо, не надо полкарты проходить заново. Давай. Ага, тут надо лететь, надуваться, да? Давай, держи. Шипы. Ух ты, повезло тебе. Так, ага, сказал Лео. Давай то же самое. Разгоняйся. Йоу. Отлично. И прыжок. Держи. Ой, как это он так по потолку прыгал только что? Ага. Ага, здесь надо, наверное, всем своим весом надавить на эту... И бегом пробегать... Нет, надо сначала надавить до конца, чтобы она доползла. Давай, подпрыгивай, надавливай и беги вперед. Давай. Есть, успели. Мы прошли первый уровень. Великолепно. Жертв 2, правда? Зачем? Можно я нажму? Да. Продолжить. Давайте я пройду второй уровень. Можно? Давай. Надо попробовать. Ну, ловушки и шипы называется. Можно я пройду... Похоже, я сегодня не поиграю. Пап, ну давай, ты давай, поиграешь. Пап, ну сначала я пройду. Да, давай, проходи половинку, уже. Половинку, а потом ты пройдешь половинку. Да, проходи уже, давай. Разгоняйся. И здесь надо. Ага, тут тоже надо собственным весом огромным вниз надавить. Не, надо еще тяжелее быть. Давай, поешь каши и вниз. А, давай. Еще раз подпрыгивай. Подпрыгивай. И кашу. А, нет, давай еще раз. Сейчас. Давай, с разгона, давай. Подпрыгивай. И кашу едем кашу. Вот, пошли, поели каши. Давай еще, таких много раз надо делать, давай. Надо напрягаться, чтобы быть тяжелее, надо напрягаться. Давай. О, вот, я помог Илюше это сделать. Ой, а что, как здесь надо проходить? Ух ты, вот это драйв, вау! По спирали голова кружится. О, как интересно, вы видели этот классную динамику кручения? Я не знаю, как у него такой маленькой головы не кружится голова. Ага, тут надо... Ух ты, как... Вы видели, какая классная штука? Да. Разложился в разные стороны мостик такой. Так, сюда, по спирали поднимаемся наверх, буква S, что это? Слушайте, а кстати, а почему мы предыдущий эпизод прошли всего лишь на одну теперь звезду? Ты! Хорошо, давай. Да. Что надо делать? Подпрыгивать, опускаемся. Ой, она оторвалась и полетели вперед. О, вы видели? Ух ты! Ой-ой-ой-ой, она все падает. Я не ожидал, это падающие такие колонны. Ой-ой-ой, как в фильме, тут шипов много. Нет, так нельзя. Тихо! Можно я? Так я еще не успел ничего понять. Сейчас давай попробую уже. Так. Нет, все, давай ты. Давай ты. Так, какая-то сложная игра на самом деле для меня. Так, тут надо не спешить. Я понял. Тут надо аккуратнее. Там надо было поспешить с этими. Со спиралькой, а здесь спешить нет. О, ты прошел. Назад. Оттуда прыгай. Влево. Давай, разгоняйся по спирали и прыгай левее. Левее, в другое левее, говорю. Да не в это левее, в другое левее. Давай, вот туда. Отлично, разгоняйся сюда, прыгни вот сюда. Влево давай, ну что ж ты, ну, шар, ты такой непослушный. Давай, разгоняйся. Теперь прыгай. И оп! Давай, качелька сюда. Надо весело одному кататься на качельках, наверное, да? Да.
Так, там опять колесо крутится. Летим, 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 летим. Ага, вот по спирали. Ой, как он медленно летит, классно. А, супер. Смотрите, какая классная штука. Он так классно медленно летит. Такой милый Лео надулся. Давай, разгоняйся. И жух, и туда. Эх. Ага, вот оно что. Он по стенкам ползает, как, не знаю, как... Знаете, были такие раньше игрушки, такие лизун называются. Ты его кидаешь в стену, он такой... бегает. Я все пропустил, потому что я про лизуна рассказывал. Медленно, медленно, медленно сползает вниз по стеклу. Очень смешно смотрится. Давай, аккуратно, балансируй, лови все монетки, чтобы вору было неповадно. Давай. Держи, держи, держи шарик надутый наш. Давай, проходи между двумя мясорубками. Аккуратно, а то сейчас тебя зажмут, заколят, заколопуцают. Ой. О, тут что-то огненное. А, сейчас упадешь. Нет, не упал. Я честно испугался. Лео, я боюсь за тебя. Надо помочь ему. Лео's Fortune. Приключения Лео. Слушайте, графика великолепная, конечно, в этой игре. Нет, да куда ж ты на шипы правильно? Ну давай ты. Не, ну хорошо, давай я. Дай попробовать. Так, сюда опускаемся аккуратно. Куда надо прыгать? Потом вверху это будет уже сложно. Слушай, на самом деле очень... Вау, вау, нет. Ага, надо сделать вот так, потом вот так. Нет, я... Вот так, вот. Вот. Все, а как дальше? А, дальше, наверное, сюда аккуратно наклоняться вперед. Не хочу к этому колесу, оно мне не нравится. Так, теперь вот сюда. Нет, на самый низ. И опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Страшно. Ух ты, боже мой. На, все, дальше ты. Можно? Я не хочу дальше, мне страшно. Давай разгоняйся сюда. У тебя, Алёша, я смотрю, хорошо все получается. Ты просто прибедняешься, что ты не можешь сам. Как он классно по стенкам ползает, по потолку. Здесь то же самое. Давай еще туда. Давай, давай, и прыжок с трамплина. О! Там какая-то была шестеренка. Нет, стой, назад, 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 назад. Давай шестеренку возьмем. Нет. Ты что? Невозможно. Подожди, а если попробовать? Здесь с разгону... Опа! Эй, подожди, я хочу на стене заползти. Подожди, можно было на стенку заползти. Слушайте, наверное, надо искать какие-то шестеренки. Нет, все, я понял, с разгона. Давайте еще раз. Там, вы видели, у меня чуть не получилось на стенку заползти. Давай с разгона. И... Опа! Yes! Yes! Эй, Лео, ты где? А, вот он. Лео! Там монетки, монетки, монетки. Ладно, хорошо, давайте не будем издеваться дальше над Лео. Поехали вперед! Все, мы прошли второй уровень. Еще чуть-чуть, и мы бы не взяли... Не спеши нажимать. Мы бы не взяли шестеренку, не спеши. Да. Ты что, это же шестеренка. Третий уровень. Почему-то все равно на одну звезду мы прошли. Ладно, продолжаем кулисы. Читаем, тут предыстория. Опять. Прежде чем идти глубже, я остановился и подумал о воре. Это мог быть кузен Виктор. Рядом с золотом его моральный компас всегда ломался. А, да, он всегда хотел украсть золото. Но у тети Ольги была страсть. Ее безжалостно влекло к ценным металлам. То есть это может быть тетя Ольга даже. А дядя Сергей был безжалостным волком наших земель. Но раньше мы смеялись вместе, а теперь не общаемся. Это их проблема. И хотя это ловушка, я отправился за золотом под землю. Тогда у меня не было выбора. Чего только не сделаешь ради золота. Хотя это неправда. Жизнь машины без шахт. Жизнь намного важнее золота. Можно я одну половину пройду? Лео — это как маленький усатый гном в лице шарика, который очень... Накололся. Который очень любит свою золото. Куда ж ты? Куда ж ты? Ты не в ту сторону ты едешь, Илюша. Ты не в ту сторону идешь. Туда. Давай, 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 давай. Такой маленький, говорю, усатый гном, который любит свою... Так туда что прыгать, чего ты? Ну, давай помогу тебе. Смотри. Да я. И опа! Вот еще как тебе классно помог. А как-то тут надо умело пройти. Надо вовремя оттолкнуться от стенки. И нажать вправо.
Давай. Так, ну давай, не, ты банально просто... О, получилось. Надо было просто, оказывается, надо было просто вот так вот сделать раз и отпустить кнопку вовремя, смотри. Оказывается. Ахаха, сказал Лео. Давай наверх поднимайся, там же мы. Там нужно забрать. А как сюда это нужно забрать? Мы не можем этого сделать. Не, мы не можем ничего забрать, нужно чтобы там где-то как-то открыть этот... возможно, мы туда еще вернемся. Смотри, на этом колесе можно передвигаться, не везде есть шипы. Кое-где можно находиться, видишь, не спеши. Не спеши, давай прыгай на колесо, только аккуратно. Вот так. Вот так, правильно балансируй. Молодец! Молодец, сын, у тебя получится, не прыгай в шипы! Вот так! Шипы опасны по жизни, хотя немногому тебя, сынок, научат, будут у тебя колоть. Хы! Ладно, это все шутка, не слушайте меня. О, вот рычаг, который открывает... видишь? Ну зачем же ты сразу так... А на радостях открыл рычаг и в шипы. Не, давай, 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 давай. Да не туда! Да, давай, прыгай сюда. Давай правильно вперед, разгоняйся. Вот у тебя получится. Да не туда, не в ту сторону, куда ж ты, ну-ка? Раздавило между колесом. Ну все, давай, давай попробуем я. Попробовать мне. Давай, да. Давай я попробую. Может у меня получится попасть в шипы правильно. Опа! Еще, вперед! Не бояться! Смело, тот, кто боится, все равно вперед. На то он и мужчина, он боится, но идет. Теперь я сам. Я сейчас, нет, подожди, я еще. Конечно, теперь ты можешь сам, безусловно, когда я. Да, точно. Когда папа все прошел, можно теперь сам, да. Папа может, все что угодно. Зубодробилка. Это шарикодробилка. Лео-дробилка, не спеши. Не спеши. Как в красном шарике, помнишь? Были такие. Там где... Это в третьем. Там в третьем эпизоде, да? Где был босс, которого... В мрачной фабрике, я вспомнил. Давай, надо вовремя пробежать через эту дверь. Вот очень было вовремя. Но только больно. Да еще раз очень вовремя, правильно. Да ну что... Ну хорошо, они тебя... Давай, нет, да не так же, ну... Ну, можно и перепрыгивать, действительно. Да ну не тут же! Да ну не так же! Ну что ж на стенку с шипами-то накалываться? Это же больно, они колючки! Хорошо, давай, у тебя получится, давай! У тебя получится врезаться в шипы, да. Так, все, тихо, сосредоточься! Сосредоточься! Давай, соберись! Мужик, у тебя получится. Не, у тебя получится, но. Давай второй пройдем. Давай ты попробуешь. Хорошо, я смогу. Смотри, папа сможет, наверное. Папа сможет, наверное, смог. Смог, вы видели? Чуть не на грани пропасти. Вот. Нет, да не так же, что... Все, на. Сказал Лео. Ой, там... Стой, наверх, наверх, наверх. Там что-то, какой-то секретный ход. Куда идти? А, это тупик. Все, окей. Мы правильно шли. Мы молодцы, давайте. Some kind of puzzle. Он сказал, что это похоже на пазл. Надо, оказывается, нужно иногда думать. Зачем думать в такой игре? Зачем? Эта стенка опускается. Посмотрим, что там происходит! Почему она делает так? Ой, не туда, ой, такой, опа! А сюда что, можно тоже бежать? А, так смотри, тут еще и оказывается тут... смотри, там какие-то шары. А, да, точно. Шары. Их нужно опустить, и они заполнят это колесо. В пазик попадет туда шарик. Побежали вперед. Не знаю, зачем. Теперь надо... смотри, сейчас мы сделаем так. И оп, почти. Сейчас он опять скатится. Нужно наполнить эту корзину вот эту. Опа, почти. Опа, ну давай, Mozilla. Опа, отлично, один есть, второй почти есть.
И третий. А ну давай ты. И оп. О, мастерский, трехочковый. Давай еще один. Гыч. Да ну все, у Илюши все прекрасно получается. Поехали вниз, там стенка опустилась. Не, не туда. Там вниз давай. Вот туда. И мы прошли мощный пазл. Разгоняемся, собираем наши монетки. Это наше золото, воришка. Там внизу были монетки. Надавить надо. Мне кажется, ты зря туда прыгнул. А, нет, не зря. Давай вниз. У-у-у! Монетки! Опа. А-а-а! Ух ты! Мы невзначай прошли пазл, который... Как он по стенкам ползает, он по полу. Вообще, как у тебя так получается? Я не знаю, я тоже так хочу. Так, вот я хочу эту монетку. Шипованный куб, зачем ты на него прямо... Давай ты! Давай в шипованный куб, конечно! Я могу! Я могу в шипованный куб. Я люблю шипованные кубы. Я люблю круглые шипованные кубы. Конечно, на круглых круглые шипованные кубы. Круглые шипованные круги. Да. Вот, все. Теперь опять стрелка в ту сторону, и опять то же самое. Опять эти шипы. Нет! Нет! То есть это надо. Ух ты! Ой, по-моему, рано я прыгнул. Нет, нормально, нормально, нормалды. Вот еще сюда. Давай. Слушайте, а где берут энергии все вот эти вот устройства? На! Все, я прошел. Пожалуйста. Я был рад тебе помочь, если что, обращайся. Давай, прыгай вниз, это не страшно. Наверное. Мы прошли третий. 25 жертв мы 25 раз... Продолжить надо нажимать. Да ну не то, не главное меню. Зачем нам главное меню? Ты что ж нажал-то? О, подожди, нам сказали, что бонусный уровень разблокирован. Оказывается, в каждом эпизоде, а их тут 5, в каждом эпизоде есть один бонусный уровень. Смотри, нам буквочка А активна стала. Давай, я предлагаю пройти сейчас бонусный уровень. Давай. Поехали! Поехали! Бонус карнавал! О, как все веселенько. Пройдите как можно больше кругов за отведенное время. Раздувайтесь и спрыгивайте, чтобы ускориться. Ага. Поехали! Вперед! Давай! 3, 2, 1. Гоу! Вперед! 60, 59. Надо надуваться и ускоряться. Давай! Бонусный уровень заключается в скорости. Давай, 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 давай. Ага. Какая милота! Куда мы летим, я не знаю. Это какое-то колесо истории. Вот сзади воздушные шары летают. Давай, вниз, вниз, вниз. О, 34, 33. Ну не туда, в ту сторону, ну давай. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Давай, давай, быстро. Бум! А, это мы по кругу один раз прошли. Так, first lap, ready. Дальше, 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 дальше. 18. Да что ж ты, да можно я, можно я, можно, можно. Да. Я, давай. Давай быстрее. Сейчас время закончится. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, не спеши, 2, 1. У меня еще дополнительное время. Селфи с Лео. Кругов 1,8069. Рекорд. Та-дам! Мы поставили рекорд. Продолжить. Я не знаю, что это означает на самом деле. Четвертый уровень. Поехали. На 1,8,0. Транс... Что? Транспоезд. Я читаю очень медленно в последнее время. Ого! Ух ты! Может ты попробуешь? Попробуешь, пожалуйста. Что-то мне не хочется, если честно. Ну, папа, пожалуйста. Смотри, я вижу только то, что можно прыгнуть вниз. На самом деле, смотри, если мы прыгнем вниз, нас не... Ой, мы балансируем на краю. О, видишь, смотри. О, у меня получилось. Надо просто вовремя прыгать на эти пружины, смотрите. Дожидаемся. Знаете, это как галлюциногенная штука. То есть мы смотрим. И в определенный момент мы делаем... Вот так вот. Пила! Я не знаю, может, кто пила, но... Ну да, папа пила. Папа не пьет вообще. Давай я попробую, ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а.
Опять пила. Слушай, ты мне... Почему ты мне даешь самое сложное задание? Объясни мне, пожалуйста. Потому что мне хочется, чтобы ты его прошел. Конечно, тебе хочется. Я... Мне тут такой драйв вообще. Я потом всю ночь спать не буду. Чтобы ты тренировался. Мне нужно тренироваться, да? Да. Понятно, а то я у тебя совсем слабенький достал. Да. Понятно. Ну, бывает жизнь, конечно, да. Я тренируюсь. Мне Илюша на ночь дает задание тренироваться. Опять пила? Смотрите, тут тоже надо дождаться момента. И... Пау! Все, давай дальше ты сам. Нет! Ладно, давай я. Чтобы ты побольше меня был сильнее. Ну, я вроде и так немножечко больше тебя и чуть-чуть сильнее. Ну, я буду стараться достигать еще больших успехов. Ведь надо не сдаваться! Ага. Теперь я. Теперь я, безусловно. Когда папа все прошел, можно и теперь я. Поехали. Качелька, раскачивайся. Ой, только не задень шипы. Молодец, молодец. Смотри, камешек, сейчас будет перевес. Отлично, разгоняйся, разгоняйся. Теперь ты опять. Теперь я опять. Безусловно, шипы это папа. Когда темно, то папа, когда светло, то Илюша. А, надо надуваться, все ясно. Давайте сделаем. Давай синхронно, Илюша, сделаем так. Давай еще раз. Давай вместе. Давай. Давай, 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 давай. Подожди, подожди. Сейчас я подожди рано. Давай, давай, давай. Все, все. Еле прошел. Еле прошел. Давай. О, какой-то механизм, смотри. Это страшный механизм. Знаете, есть такие цветочки, которые на них садятся, они так ам, и съедают нашу жертву. Мы жертва. Лео, пока. Давай я. Это, а где монетки? Все? Сложный. Конечно, это сложно, да. Тут все сложно на самом деле. Вот все, давай ты дальше ты. Смотри, надо тут быть толще. Не, вдруг. Ты промахиваешься. Вот так, еще раз, давай. Бум! Туда на рычаг. Yes! И куда теперь? А вон еще рычаг, смотри, какой-то. Надо нажимать все рычаги. Я не знаю зачем. Ну так давай, будь тяжелее. Ну, вниз, вот туда теперь наверх, давай влево, да не то. Надуваешься, делаешь толще, делай себя тяжелее. Так, смотри, ты не попадаешь по клавишам. Надуваешься, вниз, опа, все быстро, все просто, все элементарно, все. Я не знаю, что здесь произошло, что-то произошло. А, надо еще выше, да, давай, тут для профессионалов нужно. Давай. И опа! Вот так вот. Теперь сюда. А, все. Мы какие-то рычаги активировали. Ух ты! Давай проедемся на красной карете. Ой, какой он смешной. Одни глаза видны. Ой, что-то мне страшно. Ой! А что ж ты сидел, просто ждал? Ты видел, как на тебя едет, точнее, как ты едешь на пилу? Может, ты? Может, я буду сидеть ждать, как ты едешь на пилу? Давай, вот можно пригнуться. Вот так вот. Опа! Я не знаю, что я делаю. Опа! Хорошо, главное вовремя прыгать, не знаю зачем. Зачем я прыгнул? Бум, я врезался усами в тележку. Да дайте же вылезти. Поехали. Лео, вперед. Опа! Слушайте, на самом деле, очень миленькая. Летим вместе с телегой. Мне нравится эта идея. Шестеренка. Так. Не знаю, как до нее добраться. А, это очень... Давай на колеш... На туда. На тележку? Подожди, а как забрать? Так, тележка, поехали. Поехали влево. Теперь. Мне кажется, я пропустил свое счастье. Надо было раньше это делать. Раньше это делайте! Тележка, пока. Ладно. В общем, видимо, шестеренку... В общем, давайте так. Если вы возьмете шестеренку, скажите, как ее забрать, хорошо? А мы пошли дальше. Поехали дальше. Да. Давай. В тележку. Катимся с горки. Я думаю, сейчас будет что-то страшное.
Мне не оказалось ничего страшного. Просто... просто шахта какая-то. А вон пружина, смотри внизу. Давай, разгоняйся пружину и... рычаг. Хорошо? Рычаг. Не знаю, зачем здесь рычаги, но на всякий случай лучше его... Вот так вот надо было, вот так вот еще туда. Дай. Дай, на. Давай, еще третий рычаг нужен. А, вот, это рычаги нужны для того, чтобы внизу... да нет, не так, смотри. Смотри, разгоняешься сюда, надуваешься и летишь как-то неудачно у меня получилось. Давай еще раз попробуем. Чтобы открыть три двери. Спускаемся и... Опа! Вот так. Все, там три двери открыты, три двери открыты. Летим вниз. Бум. Только не на пружину. Давай наверх. Наверх. Да ну не точно. Это ты чересчур наверх. Давай и сразу влево, 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 влево. Бум. Полетели. Полетели. Длинный-длинный шаг. Опять пружина. Ой-ой-ой, что произошло? Это пузыри. Смотрите, мы попали в рай. В рай? Поезд. Это поезд. По-моему, он куда-то уезжает. Ты прыгай сюда. Лучше, не знаю зачем. Почему-то надо нажать. Почему-то надо... Ага, вот оно что. Ну давай прыгай вовремя через эти знаки, уступить дорогу причем. Знак уступить дорогу, когда ты едешь на поезде. Я думаю, что поезду знак не нужен уступить дорогу. Ух ты. Да, ну, прыгай, что ж ты, ух ты, говорит, и, ух ты, и едет. Надо вперед. Слушай, давай, давай как-то управляться, давай. Поехали вперед, там же надо, нам там надо сидеть. Да там надо сидеть, ну там, да туда вперед же. Вот, да прыгай. Вот там надо сидеть, давай, давай, давай. Поехали, 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 поехали. Опа, тихо, 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 тихо. Вот так, все, вот здесь сидим, на этом. Нам было сказано сидеть здесь. Поэтому лучше здесь сидеть. Мне очень нравится, как у поезда знаки уступить дорогу. Кому он, по-моему, будет ехать и не переживать за то, что кто-то ему впереди едет. Тем более такой шипованный поезд, как этот. Это какой-то... этот, угольный тягач. На всякий случай лучше приседать, мне кажется. Когда будет сложное задание? То лучше присесть, чтобы никто не видел, да? Спрятаться от него, от этого сложного задания. А, я заговорился, чуть сложного задания. Чуть не попал в шипы, между прочим. Угу. Так. Ну давайте уже, хватит уже, при... Ехали. Не то нажимаешь, вот это надо нажимать. Угу. Второй эпизод называется «Потеря кузена Виктора». Начинаем с уровня, который порядковый уровень, номер 5. Запускай, Илюш. Ты будешь проходить? Или я? Давай покажу уровень, но давай сначала историю. Я, потом... Вот и порт кузена Виктора. Давай почитаем историю. Он раньше бороздил океаны в поисках сокровищ. Но шторм разбил его корабль. Мы думали, Виктор тоже разбился. Но он вернулся, хоть и потрепанный. Это сильно его подкосило. Он остался в тихом доме с женой и детьми. Он отказался от предложенного мной корабля. Я говорил, что он должен перестать бояться моря. Но он только выгнал меня из своего дома. Возможно, он был нацелен на сокровища, которые не мог найти. Это же наше золото. Это не наше, это мое золото. Это золото Лео. Это его золото, а не наше все-таки. Мы помогаем ему найти просто гавань кузена. Ух ты, уже дождь. Дождь. Нам нужен зонтик. У нас есть зонтик в этом доме? Нету. Ты активно разгоняешься по мокрой погоде. Смотри, подскользнешься. Бульк. Там были монетки внизу, ныряй. Давай. Это, кстати, есть такая игра, мы в нее играли, красный шарик. Вот там плавать нельзя было, там сразу он тонул. А тут Лео, я смотрю, он везде может, да, и в воде, и... Ну да, все, выпрыгивай. А тут смотри, тут нарисовано, как надо выпрыгивать. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх. Ой, как же нос чешется. Подожди, а можно я посмотрю? Эпа! О, там была шестеренка, надо ее взять. Пробуем? А вот смотри, давай пробуем взять шестеренку. Опускаемся вниз. Вот сюда вниз, а потом на самый верх, вверх, 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 вверх. Вот туда, видишь, да? Не получилось. Еще раз. Давай, 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 давай. Отлично! Мы герои. Мы взяли пятую шестеренку, на пятом уровне, точнее. Давай, продолжай, Илюша. Факел горит аккуратно. Чего ж ты ныряешь сразу? Может где-то.
А туда наверх не надо было? Ну-ка вниз опускайся, давай. Вниз, 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 вниз. Себя управляй, управляй. Влево, влево. Ты как, какая-то коробочка. Куда-то ты не ныряешь. Ладно, тебе, наверное, неудобно поднести ближе. Давай, для того, чтобы взлететь в воздух, нужно очень глубоко опуститься и нажимай надуваться. Да, вот так. Ты, я понял, ты возьми удобнее планшет. Вот так, да. Давай вот сюда, вниз. Давай, 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 вот. Ай-яй-яй, давай ты попробуй. Ну, конечно, я могу, да. Я могу. Вот так, пожалуйста. Ух ты, что это произошло? Тоже нырять вниз? А на факеле нельзя? Да. Мне кажется, там можно подняться на самый-самый-самый-самый верх. Вы видели там какая-то штука? Поднимаемся. У него так глаза прикольные. Что я... Теперь я не могу забраться наверх. У тебя получалось? Точнее, у меня один раз получилось, теперь... Вот. Давайте вот так попробуем. Опа! Смотри, наверху какая-то планка есть, видишь? Давайте искать скрытые какие-то эти штуки. Ладно, полетели вниз, действительно. Опять, опять нырять. Опять поднимаемся с надутыми глазами. И прыгаем вниз. Да. Летим! Бульк опять. Так, вниз, плывем монетку. Что это такое? Висящая колбаса? Что это за сосиски? Это висящая колбаса. Сосиски и эти самые сетка для ловли рыбы. Это, наверное... Так, проходим сюда. Как-то несложный уровень пока что. Мы просто больше ныряем. Слушайте, а можно как-то туда между пластами земли попасть? Вулканическую породу увидеть может? Ох ты! Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Сюда, 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 сюда. Ой, я надеюсь, я ничего не пропускаю. Опять пушка! Да. Ну, конечно. Мне кажется, она сейчас выстрелит, эта пушка. Это что? Я хочу туда. Как предсказуемо, класс! Бум, да. Так, монетку забыли одну. Якорь! Давай вниз опускаемся, мы тяжелее, чем якорь. Так. Давай прыгнем сюда, поймаем наши монетки. Только, мне кажется, тут что-то еще должно было происходить, смотри. Ага, ясно. Давайте соберем все монетки. Соберем, соберем. Нам же задача собрать все монетки. А вот еще какая-то, смотри, неоткрытая... Неоткрытая дверца. Слушайте, по-моему, я нахожу какие-то потайные ходы. А как туда теперь как нам выйти? Ящик всплыл. Все ясно. Ну, повторяем путь сюда, вперед. Так, теперь открываем как-то вот эту дверцу. Как это сделать? Наверное, с помощью ящика. Какого-нибудь. Хоть какого-нибудь ящика. Вот этого. Вот этого ящика. Не знаю, как его туда достать. Давай ящик. Вот так. А, ну да, вы видите, мы потолкали эти ящики в разные стороны. Теперь будем... Не, вот сюда, вот сюда. Давай, ящик, всплывай. Дерево, оно же не тонет. Давай, и Лео тоже не тонет. Он тоже деревянный, наверное. Я хочу влезть. Толкаем ящик. Видишь, я... Странно, я догадался, как открыть вот ту дверьку. Давай. Вот, все получилось. Отлично. Прыгаем дальше? Попробуем пролететь, а вдруг там... Ой, кости какие-то, наверное, не опасные. Не опасные. Да. Получилось пролететь, да? Да. Да, это, наверное, кости. Я не буду даже пробовать на них нарываться. Наверное, они скажут ему, что мы этот уровень прошли очень плохо. А вот я и проверил. Действительно, на них не надо нарываться. Да, Элиш? Да. Ну, видимо, это обязательная задача. Надо делать вот так. Вниз ныряем и опять вверх. Опять вниз. Динозавр. Смотрите, кости динозавра. О, тут можно... Это как они, палеонтологи называются, которые учат кости динозавров. И про мамонтов всяких там, не знаю. И наверх, наверх, сюда, наверх. За стрелкой большой. Ой-ой-ой. Все, полетаем. Давай, может, ты поиграешь? Че я взялся за это? Давай, ныряй. Бери удобнее планшет. И поплыли вперед. Давай, покажи, как Лео плавает, как субмарина. Ну, слушай, субмарина, монетку возьми. Без монетки нельзя.
опускайся вниз, опускайся на глубину опустись, а теперь резко поднимайся. Поднимайся, поднимайся, вот, видишь, получилось. Давай, проходи через странный туннель с факелами. Я думаю, что влево тоже что-то есть. Беги влево. И вниз ныряй, там же наверняка куча монеток. Вот, видишь, ух ты, какая штука. Бери монетку, поднимайся, убери. Да я думаю, что этот ящик нам опять понадобится. А монетку? Ну давай, ты же играл в красный шарик. Ну давай теперь я, хорошо, я хоть посмотрю, что надо делать. Давайте проверим, нужен ли нам этот ящик. Проходим, нужен. Скорее всего нужен, потому что мы не можем запрыгнуть. Все очень просто. Ныряем за ящиком. Ящик, мы идем за тобой. Как его взять лучше? Наверное, вот так. Получится? Нет. Что же я... А, получилось. Ты не туда. Да, да вниз-то. Давай, это очень тяжело им управлять, между прочим, под водой. Да, вот так вот. Теперь давай, ящик, надувайся. Давай. Не толкается. Ладно, обойдем. Обойдем. Сюда, вниз. Вот так. И вот так толкаем. Вот. Классно. Наверное, ящики пустые. Наверное, в них какая-то почта была раньше, но они очень легенькие. Потому что в них один сплошной воздух. Потолкали ящик туда. И будем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стой-стой, ящик! Стой-с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 той! Надо его под... Он нас не раздавит, надеюсь? Нет. Вот, подставляем ящик, прыгаем на него и... Ой, оттолкнулись от стенки случайно. Опа! Все, продолжаем. Нет. Да я прошел уровень. Теперь я. Знаешь что? Смотри. Мы собрали все монетки. Все монетки мы собрали, но если бы мы не принесли жертву, то есть если бы мы не умерли один раз, то мы бы получили вторую звезду. А третья звезда, скорее всего, дается за рекорд. То есть, наверное, нужно пройти за 3 минуты 20 секунд. Столько мы не сможем, да? Давай продолжаем играть Давай. Дальше. Выбираем уровень под номером 6, то есть, и это второй уровень этой локации. Искусная пещера. Ну что у нас здесь? Какие испытания нас ждут здесь? Some kind of puzzle. Это тоже пазл, он сказал. Надо попытаться его разгадать. Надо что-то туда внутрь положить, чтобы он пролетел эту штуку. Смотри, есть у нас ящик, правильно. Ящик нужен нам, наверное, для того, чтобы запрыгнуть туда наверх. Поэтому давай прыгай на ящик. На ящик. Да, толкай его немножко вперед. Угу. Давай, давай наверх. Давай, давай! Ну вот иди от стенки, а потом прыгай. Вот так. Поехали, 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 поехали. Чего ж ты? Давай, 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 давай. Все правильно. Теперь в эту сторону прыгай на. Ну подожди, ну смотри. Сейчас опустится якорь сюда вниз. Вот он должен опуститься, видишь? Вот. Как эту штукенцию... А, все, я понял. Надо его, чтобы якорь зацепил, видишь? Вот. Лево зажало. Как отсюда выйти? Давайте мне выйти, дайте вот сюда. Смотри, теперь ждем. Сейчас опустится якорь, и мы возьмем правой частью якоря, зацепим вот этот вот ящичек. Давай, проходи, якорь, скорее иди сюда. Так, толкнем его немножко вперед, вперед. Вот так, якорь, опускайся. Еще опускайся, можно на него прыгнуть, чтобы помочь ему. Теперь он зацепит. Отлично. И мы поднимаем теперь якорь наверх вместе с нашим деревьюшкой. Не допрыгнул. Давайте еще раз разгоняемся. Можно? Ну, можно. Я уже. Вот, все. Опускаем якорь наш. О, якорь стал гораздо тяжелее. А, да, точно, можно нажать кнопку, и тогда он будет... Лео еще тяжелее будет. И прыгаем вниз. Вот, получилось. Шлеп. Давай, проходи дальше. Another puzzle. Смотри, нужно, чтобы шарики вот эти вот из колеса внутри вышли вот в эту сторону. Выкатились, да? Тебе надо перекатываться, да. Ну вот смотри, вот один выход здесь есть. Смотри. Давай мы прокатим его назад в эту сторону. Теперь мы вот теперь делаем вот так. Сейчас шарик прокатится сюда. Вот, мы взяли еще двоих.
Сейчас они укатятся вперед и возвращаем их назад. Смотри, видишь как? И они выкатываются туда. Жжж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 
давим, говорю. Давим же, ну, не давится. А, все, надо надуться просто. Да? Поднимемся. Вот они прокатываются. Класс, какая штука интересная. Смотри, слушайте, тут может, надо... Тут надо, оказывается, думать. Это же такая редкость вообще, когда надо думать в игре. Так. Another puzzle to this with my mind. Ну да, надо, чтобы все эти не камешки, а шарики прокатились туда, пролетели вниз. Давай, разгоняйся, надо понимать, что надо делать. Да не, не в ту сторону. Туда, вправо. Разгоняйся, разгоняйся, давай, давай, давай. Там наверняка что-то есть. Вот он, вот механизм целый. Вот это механизмы настроили, класс. Давай, дави. Не знаю, что происходит. Ага, опускается какая-то... Это, по-моему, ты играешь в часики. И ты катаешься? Тебе нравится кататься? Ну, опускай еще, значит. Все, да? Все, это максимум. Что это означает у нас? Надо вот так. Надо. Вот. Вот. Получилось. Супер. Класс. Оказывается, тут очень сложные задания. Надо над ними еще думать. А не просто лететь, собирать свое золото. Чтобы заработать золото, нужно выполнять задания и думать. Это правильно. О, тут тоже какой-то пазл. Это плавающий бон называется. По бону вон есть шар. Я уверен, что этот шар нужно перетянуть в правую сторону. Да, видишь, надо, чтобы шар упал сюда, вот на педальку на эту нажал. Ну что ты делаешь? Иди туда, толкай шар. Не надо, давай беги влево. Беги влево. Еще влево, еще. Вот теперь вот здесь вот надо увидеть. Давай. Поднимай. Ну, надо как-то его поднять. Давай еще. Давай, толкай его, чтобы он покатился вперед. Держи. Вот он покатился. Все, переходи дальше. Переходи дальше. Да. Нет, не так же. Сейчас он укатится. Тебе надо наоборот сжаться. Сжаться наоборот. Ну, видимо, так тоже можно. Надуваться. То есть он когда надувается, он же лучше всплывает. Да. Откуда он берет воздух под водой? Он что, рыба? У него есть жабры. Лео рыба. Давай. Вот так. Толкай шар. Слушайте, этот эпизод намного сложнее первого, между прочим. Давай, надувайся. Надувайся! Вот так, толкай шар, толкай. Нажимай педальку. И что произошло? Наверное, внизу, скорее всего, внизу открылся какой-то проход. Да, вот же. Мы даже не посмотрели. Мы выполняли задание, они не посмотрели ничего. Вот. На. Так. Я не туда, не в ту сторону. А что я могу влезть? Вот сюда, разгоняемся и наверх. Как мне наверх попасть? А, надо опять-таки ныряем вниз и поднимаемся на самый верх. Не получается. Почему? Опа! А как? Я хочу наверх. Я хочу наверх набраться. Илюш, как это сделать? Ну что, надо... Ага, вот оно что. Слушайте, тут... Смотри, во-первых, здесь есть... Наверняка нам нужны эти ящики, да, для того, чтобы их толкнуть. Но здесь, смотри, обратите внимание, здесь есть шипы. Сейчас мы наколемся и проиграем. Да, поэтому мы не будем на них нарваться. Да, чтобы мы заработали... Хотя бы вторую звезду, да. Да. Потому что вряд ли мы заработаем 3 звезды уже. Давай, мы изучим все внимательно, но, по-моему, нам нужно все эти... Что происходит вообще? Давай, Лео, тяни. Какой он сильный. Тихо, дерево всплыло. Что теперь произошло? А, это для того, чтобы толкнуть ящик. Великолепно! Супер, вот это да! Видишь, надо всегда выдумывать, что нужно еще сделать дальше. Смотри, толкаем этот ящик. Сейчас наиболее все пойдет деревяшка. Мы ее толкаем сюда. Ящик надо теперь отсюда толкать, смотри. Вот так вот. Давай, толкай ящик. И последний остался ящик вот сюда. Все, я думаю, что 4 ящиков хватит для того, чтобы поднять этот механизм. Точно. Все, теперь мы можем собрать наверху эти... да, цветочки. То есть можно просто теперь разгоняться. Это великолепно. Тихо. Можно я попробую? Давай ты дальше. О, мы уровень прошли. О, да. Неужели мы получим 2 звезды?
Еее! У нас получилось! За 7 минут. Давай нажимай дальше, продолжить. Седьмой уровень. Слушайте, это сложные уровни пошли. Берлога Виктора. Берлога Виктора. Опять дождь. Опять. Опять мрачно все. У Виктора все мрачно. Я не думаю, что у всех Викторов все так мрачно. О, лодочка подвешена. Смотри, глаза. Смотри, за тобой наблюдают. Эй, привет! Эй! Бежим отсюда. Странный вот какой-то. Все, мы убежали. Так, мы убежали. Давай, подожди, а можно как этот, как Санта-Клаус в выхлопную трубу влезть? Нет. Можно я попробую? Попробуй, но ты уже не залезешь наверх, потому что ты не запрыгнешь уже наверх. Давай дальше. Давай еще раз. Не хочу, давай дальше. Давай дальше. Слушай, давай, а если упасть вниз, мы, наверное, разобьемся, да? Давай в трубу. В трубу. В трубу хочу. Не получилось, нельзя, да. Ой, мы не получим 2 звезды. Ладно, покатились. Тут можно вот так кататься. Но аккуратно, тут есть шипы. Видишь, надо внутри еще прыгать. Внутри колеса. Я не вижу ничего. Внутри колеса. Вот так прыгаем. Что-то мне не хочется разгоняться. Давай помедленнее, Лео. Лео, помедленнее. Не спеши. Лео, мне страшно. Ой, оно нас раздавит сейчас. Ой. Да, давайте убежим сюда. Все. Ух ты. Можно я? Да, конечно, можно, пожалуйста. Это берлога Виктора, да? Да. Виктор какой-то изобретатель. А внизу есть монетки? Там какой-то ход был. Да, поехали. Слушайте, так классно исследовать эту игру. Шипы! Отпусти кнопку. Отпусти. Да. Вот так. Хорошо, поднимаемся наверх. Так, это какой-то тоже штукенцы. Ну давай надувайся. Не получается? Наверное, здесь нужен ящик. Поплыли. Там наверху была такая планка. Смотри, я ее видел. Вот она. Видишь, эта планка? И, скорее всего, нам нужно сделать вот так. Вон. Качелька! Опа! Не допрыгнули. Давай еще разок. Не получилось. Сейчас вниз. И наверх. Нет, вот этот. Ну, надо же нам вот эти забрать. Монетку же надо забрать. Чтобы получить... Чтобы... Да что такое? Сейчас мы попробуем вот так сделать. Давай, Лео. Ты почти по вертикальной стене взбирается. Да, Лео, ну давай же, ну. Ты ж тяжелый. Давай. Опа! Так, у меня получится. Сейчас. Да, вот, есть, получилось. Это просто тупик. Ой, там наверху еще есть, смотри, монетки. Смотри, видишь? Ой, смотри, эту штуку можно толкнуть туда. А, для того, чтобы забраться дальше. О, нет, опять это качеля. Ладно, давай попробуем. Вот и ящик, который нам понадобится. Перевешиваем. И опа! Великолепно. Класс! Я думаю, что этот ящик стоит тоже толкнуть. Посмотрим, да, что там наверху. Толкни, конечно. Давай. Потащили. Надувайся. Не надо было. Давай, прыгай за ящиком. Там нет ничего. Я уже посмотрел. Это тоже было интересно. Теперь у нас есть 2 ящика. Да, все правильно. Топи эти 2 ящика вниз. Да не, оба сразу. А, кстати, у него получится, не ухватит сил на 2 ящика сразу, интересно. Ну ладно. Ой, подожди, эти ящики не тонут. Не всплывают. Тогда... А как? А, я думаю, что один ящик не всплывает. Вот на что, они просто их надо толкать для того, чтобы они были тяжелыми. Вот, эти ящики, те, которые не всплывают, это какие-то бетонные ящики, каменные. Ой, какой камка нажал. Теперь я путаю еще. Давай. Тянем. Все, поднимаемся наверх. Есть, мы сделали. Теперь можем пройти. Давай, проходи дальше. Ага. Шипы внизу, аккуратно, шипы внизу. Но мне... Давай ты прыгай. Опять давай ты. Шипы, ну. Ты не хочешь проходить. Ты не любишь их, я смотрю. Да. Давайте аккуратненько. Это значит, что это подводные бомбы. Эти противоподводных лодок. А мы же как раз подводная лодка. Лео подводная лодка. И все равно нужно взлетать с самого дна, потому что у нас... Нам нужно разогнаться. Там была монетка. Да?
Хорошо, сейчас мы туда как-то дойдем. Не в ту сторону я нажал, но идея была правильная. Давайте еще раз попробуем. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Опа! А, есть! Получилось. Все, смело ныряем. Давай, ныряй. Ныряй за монеткой. Ныряй за монеткой. Вон опять, смотри, шипы, бомбы. А, бомбы! Тихо, не испугни. А что я? Ты не хочешь сам что ли проходить? Давай. Пусти тогда, давай меня. Ну давай, я уже пройду. А как это сделать? Что ты меня загнал? Мне кажется, они взрывающиеся. Не, ну они не взрывающиеся, но по-моему они нас колят, тебе не кажется? Да. Давайте аккуратненько, аккуратненько проходим, аккуратненько. Интересно, сколько у нас кислорода? Хватит ли? Мы вечно можем дышать под водой? Опа! Я испугался. Ладно, проходим еще раз. Аккуратно, аккуратно. Ныряем в самый низ. И разгоняемся, разгоняемся. Вот, отлично. Сюда. Слушай, все, чем дальше, тем сложнее. Можно я попробую? Да, конечно, наверное, можно. Да, пожалуйста, только не в шипы, ладно? Давай, Надежда, пробуй, разгоняйся. Влево, 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 вправо, 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 вправо. Да, ну так ты ж вправо нажимай. Сначала влево, теперь вправо. Давай, вот, у тебя получилось, молодец. Я уже боюсь нырять вниз. О, теперь ты. Да что ж такое, ты, слушай, попробуй сам ты эти шипы пройди, ничего страшного. Нет, я не хочу эти. Надо его сдвигать, смотри, для того, чтобы он пустил нам дорогу. Он возвращается. Ему, видимо, не нравится там находиться. Давай этого тоже сдвинем. Он тоже возвращается, что ли? Возвращается. То есть, видите, у нас есть был всего один шанс. И эти возвращаются. Ой, что это за игра такая? А, вот надо сюда его сдвинуть вправо. Толкаем вправо. А это влево. Ну иди уже. Ну иди. Может, давай. Надо надуться. Тихо, тихо, тихо. Ты нас чуть не погубил, Илюша. Mm-hmm. Не надо надуваться, когда не надо. Это в жизни тоже касается. Не надо надуваться, когда не надо. Не всегда нужно надуваться. Видишь? Все хорошо. Теперь аккуратненько взлетаем. Самолет Лео не получилось. Давайте еще раз посадку на дно океана. И давайте с Марианской впадины. Вот, мы получились. На, попробуешь дальше пройти? Но дальше опять шипы. Дальше опять ты. Ну, понятно, конечно, я... Секундочку, там что-то было. Ты видел? Взлетаем наверх. Смотри, там наверху что-то было. Вы видите? Там звездочки. Там звездочка. Но я думаю, что мы сейчас туда как-то пойдем, надеюсь. Ну да, вон опять внизу шипы. Слушайте, какое... У Виктора опасное место, где он живет. Угу, надо влезть на эту тачку, на тележку. Поехали, поехали, поехали. А как? Ой. Нет, так нельзя делать. Возвращаемся сюда, понятно. Значит, только так. Опа, теперь нам надо как-то запрыгнуть на нее. А как мы на нее запрыгнем? Ладно, пробуем. А, все, получилось. Все? Ну хорошо, поехали дальше. Монетки. Ага, вот этот ящик нам нужен. Попробуем сначала прыгнуть на него. Нет, я чуть не упал. Ну, в общем, в любом случае нам нужны два ящика. Этот тоже точно ящик нужен нам. Потом сюда прыгаем. Ой, все сложнее и сложнее. Это хорошо. Не попали. Разгоняемся еще раз. Сюда. Вверх, наверх, наверх, давай, Лео, давай, Лео, вот так, хорошо, теперь надуваемся. Ой, у нас чуть не привалило. Так, все, ящики у нас на дне, да, уже, я так понимаю. Давай смотреть, где они. Один уже вон на месте, ищем второй. Нет, стой, второй, ты не туда пошел, ты давай. Толкаем его, мы подземные толкатели ящиков, мы готовы перекрыть собой... все шахты этими ящиками. Лео классный мужик. Деньги любят, как гном, который любит все деньги. Мы прошли уровень. Но, по-моему, он же не будет без воды, да? Мы четыре раза. Четыре раза, к сожалению, мы не выжили в этом задании. Продолжаем. У нас открылся бонусный уровень. Давай. Б, давай, теперь ты. Укрытие Виктора, бонус.
Поехали. Подожди, достигните конца уровня как можно больше раз за отведенное время. Да. Собирайте песочные часы, чтобы добавить время. Собирай песочные часы. Ты? Ну вот, опять я. Ну давай же, все-таки хорошо, ладно. Поехали. Куда мы летим? Часики. Поехали. Вперед! Вперед! Часики! Часики! Нет, не попали! Часики, а, не попали. То есть надо все аккуратнее. 11, 10. Что? Я что, сколько часов уже пропустил? Нет, как? А как? Слушайте, я, по-моему, сейчас проиграю. А, хорошо. Хорошо, но плохо. 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 Ну, я буду стараться. Надо вовремя надуваться было. Оказывается, я не попал. Нет, ну, я сейчас проиграю. 6, 7, 8, 6, опять 7. Пяу. Вот, хорошо, хоть так время поймали. Давай вот эти уже часики возьмем. Опять продолжаем. Сюда. О, немножко часов взяли, смотри. Да? Вот, хорошо, я надулся вовремя. Опять вот так. Кстати, этот уровень веселее, чем в прошлый раз, да? Да. Чем в прошлый... Что? Да. А, у него есть, оказывается, конец. Я думал, он бесконечно, можно так собирать. Продолжаем. Я собрал 87 часов из 118. Тоже неплохо. А что, нас прикинуло на первый эпизод? Нет, нам нужна потеря кузена Виктора. И проходим восьмой уровень. О, история. Читаем очень внимательно. В берлоге Виктора я видел паровую машину. А, да, она на нас смотрела точно. Она была как тень и использовалась для поддержания порядка. Такую роль играла эта машина, но теперь порядка больше нет. Вот почему везде бардак, и на каждом углу ловушки и шипы. Но машина меня не волновала. Я искал кузена Виктора. Смотри-ка, луна огромная. Или я так думал. Какая луна огромная? Это в какой он планете? На кого-то лает наш Финч, да? Да. Кто-то пришел к нам в гости. Но мы не будем обращать внимания, мы будем проходить последний уровень. Потом откроем двери, если что. Давай. Проходи. Опять дождь. Сварливый Лео пытается в любую погоду найти свое золото. В дождь, в снег, в слякоть, в лютый ветер, в мороз, в холод. Я что-то, кажется, мне... Ты, главное, тебе не упасть. Ты же понимаешь, что это чревато тем, что мы не пройдем на две звезды. Нет, не падай! Пока, Лео! Медленно-медленно опускался вниз. Давай. Ну нет! Ну что ты делаешь? Ну. А зато здесь в домах свет горит, кого там уютно, кто-то пьет чаек. Кстати, чаек. Ты туда смотри, а не муж на мой чай. Да, нет. Все, подкрепились, поехали дальше. Прыгай. Ну давай уже, пройди эти висячие камни, висячие сады, висячие камни. Восьмое чудо света. Девятое. Нет, Лео, держись! Лео, держись! Лео, держись! Надувайся, 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 надувайся! Надо было подпрыгать в воздухе, подпрыгивать крыльями, крыльями, крыльями махать. Усами, усами, усами махать, усами. Давай, я буду кричать. Маши усами! Да. Взмах. Левый ус, правый ус, левый ус. Синхронное взмахивание усами. He don't like it. Ему не нравится падать. Нет. Можете помочь? Да. Ну, так бы сказал. Давай я попробую. Теперь папа проходит уровень. Сюда прыгает сразу. Через две, через три, через пять. Смотри, пролетает, смотри. О, какой папа. Раз, два. Да тут ничего сложного, Илюш, смотри. Вот так, все. И все, ты страшно. Да, конечно, можно. Можешь вернуться назад еще раз попробовать. Нет. Часы. Сейчас 9 часов вечера, без двух минут. Давай, прыгай наверх. Да, без трех минут 9. Давай, поставь время на 9 часов вечера, чтобы прозвенел колокол. Дом! 9 раз. Давай. По-моему, ты перевел часы слишком сильно. Ну ладно, проходим дальше. А я не знаю, ты поставил 10 минут 10. Наверное, уже пора спать. Вот эти часы, что это зачем было? Мы так и не поняли. Зачем часы? Может, там какой-то бонус есть? Какой-то механизм опять. Мне кажется, ты так не долетишь.
Давайте мы смотрим, как Лео летит, 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 шлеп. Подожди, смотри, просто толкни вот эту штуку. Бамс, вот запустится механизм, видишь? Вот. Вот, можем прыгать теперь, вот так вот. Вот так вот, и все. Все гораздо проще, чем ты думал, не надо было никуда лететь. Все, это штуки нас ловят. Это доставка Лео, доставка пиццы. Доставка Лео, все нормально. Тихо, 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 аккуратнее. Аккуратнее, тут все опасно, ты же видишь, это механическая фабрика. Не разгоняйся так. Пять, надо пять ящиков. У нас только один. Ну еще остальные пять. А не, ну да, да, там было, давай влево до упора и там подпрыгивай, потому что ты так разогнался, что я ничего не понял. Вот. Вот. А, ты думаешь, что тебя так пол? И куда ты летишь? Ты сейчас там в шипы упадешь, назад лети. Да, там же, там в ту шахту, куда ты сбрасываешь ящики, там много шипов, поэтому туда лучше не падать. Давай на эти крутилки, крутилки-тарелки. Да не так, но лучше... Ты знаешь, если сверху на планку прыгать, тогда будет легче. Снизу ты на ней не удержишься. Вот, хорошо. Давай, 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 давай. Вот так. Не спеши дальше. Молодец. Раненько. Проходим заново. Шли года. А мы все проходили этот уровень. Давай. Смелее. Не боись, все будет хорошо. Главное в шестеренке не попадать. Не спеши, не спеши, давай туда. Правильно. Теперь опять не спеши, сейчас вернется вот эта штука. Давай, давай прыгай. Оп, хорошо. Не спешим туда. Ящик, сбрасываю вниз. И не прыгай сам за ним. Не прыгай, не прыгай, не прыгай за ним, не прыгай. Давай пока дальше прыгаем. Да дальше же, ну, ну Илюша, ну дальше. Ну ты же долго же будешь проходить-то, ну. Надо было сразу все ящики понаходить. Это же долго все. У тебя не получится, 5 ящиков. Получилось. Ты выжил. Ты везунчик. Ты счастливчик. Хорошо. А теперь куда? Ну как, туда же, искать остальные ящики. Там же я... Илюш, давай, давай управляй Лео, не просто прыгай. Управляем, конечно. Надо вовремя надуваться. Я говорю, вовремя надуваться. Давай ты. Ну давай, я. Можно я попью? Давай, быстренько попей чайка. Давай. Можно я сам? Да. Ну, держи. Хорошо, ладно. Пока папа проходит уровень, Илюша пьет папин чай. И это все прекрасно. Пока папа работает. Шестеренка! Ага. Я хочу ее взять. Я дождусь своего звездного часа. Звездный час. Звездный час. Нет. Звездный час. Настал. Наступил. Наступил. Наступил нам на ногу. И мы сказали, ай, больно. Разгоняемся. Вот, есть. Есть. Та-дам! Мы взяли шестерню на восьмом уровне. Прыгаем сюда, вкусный прыгаем чай. Сюда. Конечно, вкусный чай, потому что это мой чай. Очень секрет просто. Ух ты! Куда я лечу? Ага, вот сюда, понятно. Теперь я куда-то поднимаюсь. Слушайте, давайте вот классно было бы на работу так добираться по таким штукам. Не получилось добраться на работу? Ну и ладно, ну и дохнулся вниз. Ящик. Ящик, но мы за ним не прыгнем, потому что нам нужно идти дальше. Потому что мы будем так долго-долго проходить. Так, опять что ли сюда? Как это все дело делается? Ладно, я прыгну пока сюда. Это ящик. Последний ящик? Это будет четвертый ящик, еще один ящик будет. Вот сюда. Вот последний ящик, только я монетки не взял. Сейчас попробую взять монетки еще при этом. Вот последний, да, ящик? Угу. Раз и все. Интересно, если мы будем лететь просто вниз, мы не разобьемся? Ух ты, какой сильный Лео. Ладно, пробуем все ящики толкать. О, какой он Рэмбо. Смотрите, он сильный. Бум, бум, бум. Вот, хорошо. Все, отдай мой чай, давай проходи дальше сам. Теперь моя очередь пить папин чай. Аккуратно. Я даже чайку не успел попить. Ладно, давай. А ты будешь пить мой чай? Да. Что за ребенок? Хорошо. Я думаю, что надо... Подожди, я ничего не вижу. Надо вовремя здесь приседать.
Я... Надо проходить все время в присядку. В состоянии... Ой! Так. Yeah. Нервная игра. Очень нервная игра, но классная. И что произошло? А, я понял, наверх. Давай сюда. Вот целые механизмы. Лифтовой механизм. Надо подпрыгивать тогда, когда она опускается. Видишь, мы не можем подпрыгнуть, когда она поднимается наверх, потому что эта сила притяжения не дает нам этого сделать. Так. И еще раз она будет опускаться вниз, мы подпрыгнем. Вот так. И вот так. Все, ты допил мой чай? Смотри, опять сложная задача. Опа, опять приседаем. Приседаем. Здесь надо вовремя эту штукенцию прыгать. Вот так. Теперь. Это не быстрее двигается, нет? Так же? Хорошо, но мне все равно страшно. Ты что? Тоже все время в присядку. Тихо, не спеши. Не спеши, папа, у тебя все получится. Вот так. Дай чай попить. Ну, что за ребенок? У тебя же вон финальный уровень. Давай, проходи. Илюша прошел уровень. Илюша молодец. О, мы прошли эпизод. Да? Наверное, мы прошли... Да. Мы прошли второй эпизод. Смотрите. Эпизод под... не тот. Эпизод... Подождите, я запутался. Вот, потеря кузена Виктора мы прошли. Дальше будет третий эпизод. Падение тети Ольги. Куда она падает, тетя Ольга? Не знаю. У нас есть тут 4 основных уровня, да. И один бонусный. Да. Поэтому давай начинай первый уровень, четвертый. Он здесь идет под номером 9. Ну, потому что он порядковый. Первые 8 вы можете посмотреть в предыдущих видео. История. О, история началась. Давайте почитаем. Следы привели меня в земли тети Ольги. Виктор выпал из головоломки, но вором могла быть она. Тетя Ольга искала в дюнах металл и строила из него великие города. Но пришел ветер, сухой и жесткий. Он завывал в ее стенах. Когда ветер стих, остались лишь руины. После этого тетя Ольга утратила интерес к стройке. Я предложил Ольге все восстановить и сказал, что если будет, что ей будет этого не хватать. Она не захотела слушать. Сказала, чтобы я уходил со своим золотом. Разумно. Она хотела не то золото, что я предложил, а все мое золото. Мне кажется, этот зеленый Лео абсолютно всех подозревает вокруг. Наверное, люди, у которых очень много золота, они все такие. Люки. Падение тети. 9 уровень называется. Ух, давай, ты, Илюша. Это... Давай, Илюша, твоя очередь. А то в прошлых видео все время я играл. Давай, поехали. Давайте смотри. О, у нас есть такие песчаные дюны красивые. Кстати, пальмы, какие-то эти строения. Это разрушенные строения, ну, от ветра, от бурь, пустыни и так далее. Ты слушайте, знаешь... класс, пыль такая. Да, что? Вообще-то... Этот шарик смешно по стенам ползает. Ну да. Ой, быстрее, быстрее, быстрее вперед. Нет, не, ну куда ж ты, куда? Да, ты решил попасть в пропасть быстрее этих бочек, которые на тебя катятся. Она ж колючая, ты что? Смотри, она... Видишь, бочка колючая, на ней вон черепок нарисован. Она куда-то пытается катиться. А, это от ветра ее колышет. Ну давай перепрыгивай ее. Чего мы на нее смотрим? Ну, не на нее, только а через нее. О, она сейчас будет тебе в спину катиться, эта бочка. Давай, давай быстрее. Не туда! Тебе же стрелка была. Куда ты летишь? Давай ты. Да, давай попробую я. Наверное, там есть какой-то бонусный момент, если мы будем разгоняться. Видишь, туда вот вниз. Вот, да. А, вот, все очень просто. Нас бочка подкинула. О-хо-хо! Можно я? Да, можно, только я тебе сейчас что-то тут наиспортил почти. На, давай, теперь ты. А, она сейчас вернется назад. Ты! Я догадывался, что она вернется. Так а что, так ты или я? Я не понимаю. Ты. Ну хорошо, давай, мы летим вперед. Понятно, надо просто быть немножко быстрее, чем эта бочка. Быстрее, 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 быстрее. Йо-хоу! И что теперь? Что теперь? Делать-то что? А, она туда наверх, понятно. Сейчас мы аккуратненько, тут где-то бочка должна стоять.
Ну ладно, мы лучше не будем рисковать, мы не будем спрашивать судьбу, где же эта бочка. Ну и продолжаем наш путь, собирать все монетки Лео. Жадный гном, гном-шар Лео. Слушайте, а как наверх туда запрыгнуть, смотри. Наверняка там что-то есть. Так, попробуем. Если разгоняться... А, нет. Вот если разгоняться отсюда. Прыжок! Отличный там прыжок, я считаю, да? Ладно, медленно катимся. Летим вниз. Надутый шарик Лео спускается в глубины... В глубины построек тети Ольги. Проверяем. Опять... Мне нравятся эти спирали, классные. Так, опасная. Опасная территория. Надо прогибаться, ты прав. Вот так, раз. Просто видишь, здесь надо вовремя пробежать через эти шипы. Вот так вот, скорее всего, надо сделать. Да ну, я... я завис. Все. Ну, все, на этом, пожалуй, мы будем висеть тут, а вы подписывайтесь на канал Картонка, нажимайте лайки и приходите к нам еще, а мы пока повисим. Нет. Так что делать-то? Нет. Все, падаем. Нет, я не хочу вниз. Нет. Ладно, падаем. А что, хорошая была идея, повисели бы себе спокойно. Вот так вот. Нет же, ну. Мне кажется, я не умею играть в эту игру. Умеешь. Умеешь, просто я расслабился, да, слишком? Да. Ну а ладно, хорошо, да, согласен с тобой. Опа! Вот так, все. Что это за камень наверху? Страшно какой-то. Ладно, давайте прыгаем вниз. Предлагаю надуться, мало ли что здесь на дороге. Не, зря я надулся. Вот здесь надуваться не надо, ребята. Будете знать в следующий раз, что там... Ого, это было опасно. Между прочим. Так, что-то тут... А, вот тут надо поднять вот эту вот дверцу. Для этого нам нужно стать, наверное... А, надо взять вот те камни, которые разбил вот тот шар. Надо вот те камни взять, сейчас мы от них... Сейчас мы за них... Нет, я что-то мне так не хочется. Сейчас. А, вот сюда, вот так сделаем. Ну что, потащи... Тихо! Потащили камни, да? Да. Нет, что-то... Так, давай, иди отсюда, шарик, ты мне не нравишься. Вот так вот. Давай, сейчас мы дождемся, чтобы он вернулся. Шипованный такой шар вообще. Тихо. Лео, ты же знаешь, я не хочу тебя отправлять на верную гибель, но... Но придется. Но нет, не придется. Не пришлось, все хорошо. Прошли мы этот небольшой пазл, опасный пазл. Ой-ой-ой. Взяла, но и упала. То есть, видишь, то есть тут все надо делать быстро, не думая. И главное, и падают кирпичики, оказывается. Ой-о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 й
Да. Что же это она там понаставила нам таких ловушек целую кучу? Так, я уверен, что эта амфорная плита будет падать сейчас. Нет? Нет. Вот это будет падать точно. И это будет падать, смотри, она балансирует. Там что-то упало, вы слышали? Так, наверное, надо сделать вот так. Вот так, толкнуть, чтобы поднялась эта плита. Давай. Вот так. Потом сюда. Я не знаю, зачем я это делаю. Сюда, сталкиваем. И делаем вот так. Вы видели? Это не будет. Классно я сделал? Да. Это тоже будет падать штука. Я уверен. У меня нет. Все. Ну все, мы в общем тут посидим. Нет. А как нам добраться теперь наверх? Все, падаем. Нет, подожди. У меня есть шанс. Илюша нас сбросил вниз. Ну, что за ребенок? Ладно, продолжаем. Ой. Так, хорошо, сосредоточились. Взяли себя, взяли наши усы в руки, растопырили наши глаза. Нет, возьми себя в чувство. В зубы, да, приведи себя в чувство, правильно, Илюша. Делаем, так, мне кажется, надо сделать тоже вот так. Эту штуку мы толкаем сюда. И прыгаем, летим. Ладно, рискнем. Надо прыгать. Ах, вот оно что. Вы видели? Надо, в общем, замереть и ждать, когда будет происходить вот так вот. И приседаем, ждем. Опасно. А главное, страшно.
под нами рушится все. А, вот завалился проход, теперь мы можем по этим шипам прыгать, смотри. Слушайте, все шипованное, все шипованное. Мы прошли первый уровень. Мы его прошли, между прочим, за 8 минут. Но мы старались как могли, правда? Угу. Продолжаем. 10 уровень. Да, это эпизод, 3-й эпизод «Падение тети Ольги». 10 уровень называется «Черепа». Черепа. Да, черепа и черепушки, пушки, пушки, черепушки. Ну давай, Алеша. Падает, 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 падает колонна. Все, теперь я? Да. И что мне теперь с этим делать? Падать. Нет, я хочу жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ладно, падаем. Давай, проходим уровень номер 10. Он довольно сложный, но веселый, интересный. Ты... Вон за нами кто-то следит. Я ничего не вижу, ты меня перекрылся. Это уборщик за нами следит. Уборщик? Да. Так, здесь надо сделать вот так. Я его боюсь. Ой, а что-то тут сейчас происходит. И вот так вот сейчас делаем. Нет, я не... Ну зачем ты так делаешь? Может быть, у меня был шанс долететь куда-то, остановиться. Не надо меня ронять вниз. Всегда нужно искать способы для выживания, Илюш. Давай пытаться вот так вот здесь сейчас разгонять. Я не знаю, что я сейчас, по-моему, эту штуку завалю на себя, и мне будет больно. Вот так, надо... И отходим. Там, тыкаем, да ну давай, давай, давай. Все, бежим. Опа, перепрыгнем. Вот. А может еще один такой уборщик будет? Уборщик? Да. Слушай, мне кажется, я зря с нее спрыгнул. Она наверняка там наверху была шестеренка, как всегда. Они же как спрятать эти шестеренки подальше, чтобы никто их не достал. Ух ты. Разгоняемся и прыгаем. Слушайте, все на грани, все вообще. Нет, она падает. Нет, стоять. Все, она едет под нами. Нет, подождите, нет, я хочу. Это мой паровоз. Шипы, смотри. А как? Подожди, тут не шипы. А как мне взять эту монетку? А, я знаю, надо надуваться и лететь вниз, смотри. Почти. Понял, да? Смотри, идея. Ты тоже надуйся. Молодцы, надулись. Сейчас еще один, наверное, такой уборщик будет. Это не уборщик, это был надзиратель, Илюш. Надзиратель? Надзиратель, который смотрит, следит за всем подряд, за всеми следит. Почему? Не знаю. Такое механическое устройство. Чуть позже нам Лео об этом скажет, я думаю. Так, что здесь происходит? Так, нажимаем и прыгаем. Вау. Еще разок то же самое, скорее всего. Просто подпрыгнуть и нажимаем. Давай, Лео, тяжелей. Шипы, ух ты. Почесали нам пузико эти шипы. Давай, еще. Фух, опять шипы. И что? И куда лететь? Вот сюда, оказывается. Опять? И как нам? Там шестеренка наверху. Ого! А как? Может... Он мне показывает нам странные вещи. Надо что-то... Ого. То есть можно сделать вот так? Опа! Попробуем еще раз. О, получилось! Опа! Действительно получилось. Теперь возвращаемся за шестеренкой. Шестереночка. Та-дам! Мы взяли шестеренку на 10 уровне. Жух. О, слушайте, оказывается, есть такой способ влазить на стенки. Я не знал. Опять надуваемся, Илюша. Надуваемся. Надуваемся, говорю. То есть надо держать все время. Надо... Задача не прикасаться пола, иначе он тогда сдувается. То есть все время давить. Вот, все. Смотри. Мне кажется, как только мы прыгнем вниз, на нас упадет вся эта штукенция с шипами, видишь? Ладно, бежим вперед. Бежим. Она быстрая. Ага. Все, я понял. Надо было не касаться пола. Вот в этом вся была идея. То есть там были черепа нарисованы внизу. И поэтому задача была не касаться пола.
Ну что, опять какой-то прыжок в неизведанность. Как? Ух ты! Нет, это было не ух ты, это было страшно. Ладно, то есть надо все очень делать быстро. А как? Ага, хорошо. Хорошо, у меня получится. О, видели, оказывается, что можно сделать. Можно было обмануть этот подам. Опа! Вот такие мы, ребята. Слушайте, опять какая-то двери-выбивалка, смотри, стоит. Я на раз сделаю сейчас вот так вот. Я уверен, я зря это... А, надо было на нее прыгнуть, понятно. Значит, мы делаем то же самое. Мы ловим эту штуку. А, она нас бросила. Злодейка. Это все тетя Оля придумала. Это я знаю. Опа! Не, я перепрыгнул. Оп. Все, покатаемся на шипованном бревне. Нет. Лай-лай-лай. Ого! Сейчас еще одна полетит, смотри. Опа. Так, полетели в другую сторону. И полетели. Рискнем прыгнуть влево, посмотрим, что там есть. Да. Посмотрим. Ой, опа. Ну там ничего. Там. Так, на всякий случай лучше сделаем вот так. Слева давайте ничего. Туда. Смотри, какая большая цепь по фону. Да, прыгаем направо. О, надо бежать вперед, потому что сверху, видите, шипованное колесо такое. Ты. Поэтому бежим. Нет, нам вниз. А, то есть эта штука летит за нами, что ли? То есть надо, нет, монетку одну взять надо. Тихо, вот так. Я хитрый. Я был хитрый, но я поспешил. Класс. Продолжаем. Пробуем дубль номер 2. Продолжаем сюда. И ждем. Сейчас еще бревно прилетит. Не бревно, а кусок камня. Все, мы можем. Теперь это безопасно, видишь? Слушайте, у меня было ощущение, что мы там что-то пропустили. Потому что когда мы прыгнули вниз, вот там вот наверху была какая-то. Был еще маршрут туда. Ну ладно, может быть, вы будете исследовать тоже. Мы прошли. Мы кучу раз умерли, да? Мы собрали всего лишь 61 звезду из 64. Смотрите, мы не все звезды собрали. Да. Мы ни одной звезды не заработали. Угу. И при этом мы 9 раз, к сожалению, у нас были жертвы. Ладно, продолжаем. Все равно мы же уровни проходим, да? 11 уровень. Во. Падение тети Ольги, 3 эпизод. О, история. Давайте почитаем. Открывается кулис. Машина ходила за мной в городах Ольги и следила за мной. Когда она... Кто была она? Что судить? Чтобы судить? Металл? Как все же тяжелый текст. Ей это нужно, как кровь нашим сердцам. Сердце машины остановилось. Не по моей вине. Эти земли вылиты из металла. Но это не мое дело. Но без машины мир будет пуст и холоден. Порядок нарушится. Прикольная машина такая с глазами. Да? Она страшная. Ее обвили такие шипованные ветки какого-то дерева. Изобретение Ольги называется уровень. Ну, Илюша, давай, пройди хотя бы один уровень. Смотри. Не хочу. Что, мне проходить, да? Да. Ну, давай будем сопереживать вместе за этого Лео. Здравствуйте, Шар. Мы хотим с вами поговорить. Идите сюда. Давайте вот так. Дин-дин-дин. Я здесь, иди сюда. Ладно, я тебя... На этой штуке нельзя прыгать, ребята. Нет, можно прыгать. Просто, видимо, надо быть немножко проворнее. Давай. Иди сюда. Шар шипованный. Иди сюда. Вот так. Я лучше от него дыха подальше убегу. И он сделает так. Бум! Все, путь свободен. Собираем монету. Опять. Да что ж такое? Изобретение тети Ольги. Вы это... Нажимаем вниз и держим просто. Я пробую надержать. Подержать просто. Ну, этот способ второй раз сработал. Что, опять? Тетя Ольги... Это последняя. Ей вот не скучно делать одно и то же, такие же эти ловушки. Ой, от нее уйдем подальше, от этого шарика. Найс. Вон, смотри, шипованное дерево, смотри сверху, видишь? Смотри, вот. Да, это... Это, наверное, одно из деревьев, которое... это одно из деревьев, скорее всего, которые охватили вот эту машину, да? Да. Глазастую. Надо надуваться. Оп, надуваемся. И управляем. Я промахиваюсь мимо клавиш, вот так все хорошо. Продолжаем путь и прыгаем. Ого, тут надо аккуратнее быть, ребят.
это машина, это дерево, которое что сделали? Окутали вот эти вот нашу машину, следящую за нами. Ой! О, хорошо, хоть не сначала. Нам советуют надуться, смотри. Глазы. Жалко, что на этих маленьких рисунках не рисуют еще усы. Было бы смешно. Глаза и усы такие на стенках. Надуваемся, собираем все монетки, аккуратно, шипы. Слушайте, в какое лианье гнездо мы попали вообще? Тут какие-то... Все... О, смотрите, трамплин. Значит, надо прыгать. Ой-о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 й
3. В Red Ball 4. В Red Ball 4 была такая ситуация. Но там, правда, не было такого хода назад, да? Там никто назад не возвращался, все шли только вперед. Продолжаем. А, надо, понятно, сюда. И надуваемся. Оп. Не получилось. Давай еще раз. Илюша, помоги мне. И... Оп! Вот. Ага. Ага. Не надо нажимать на эту кнопку, да? Я понял, надо делать вот так, смотри. А теперь от него... Надо быть быстрее. Нет, все правильно, на нее нажимать, просто надо теперь вот делать вот так, вот смотри. Летим! Вот. Там все инструкция написана, но... Что происходит? Какое-то, знаешь, это как под водой минное поле для подводных лодок. Такие вот бомбы плавающие водные. Да. Так, здесь надо что-то сотворить. Ага, вот это уже сложнее. Уже сложнее. Уже совсем сложнее. Но у нас получится. Интересно, за что оно все держится? Так, сюда. Оно держится. Где-то там наверху же привязано к чему-то, правда? Может, оно держится на этой глядящей машине. А, кстати, да, может быть, машина это и держится. Оп. И... Так, ага, тут надо вовремя. Вовремя пройти. Смотри, какой смешной. Его раздуло, эти щеки. Так, ну что, попробуем вовремя отпуститься, пройти через эти шипы. Отпускаем и оп, и надуваемся. Опа! Там не надо было спешить! Оп! Я немножко ниже. Вот что-то. Ой, здесь смешно, такая штука мне так нравится. А почему он падает? Я нажимаю на кнопку надуться, а он падает вниз. Так, еще раз давайте пробуем. Может, так. Ты не попадаешь? Вот теперь я не попадаю, я теперь проверял, работает ли кнопка. Смотрите, она работает точно, видите, он надувается. И даже там видно, что он надувается, этот Лео, но при этом он все равно резко начинает лететь вниз. Вот, ждем. Пускаем и оп, ага, и оп. Так, тут то же самое, второй уровень, вторая часть марлезонского балета. Третья часть марлезонского балета. У меня получится. О! Все, нервная штука прошла. Ну что ты, вот это вот, как тебя? Ну, ладно, перепрыгиваем, посмотрим, что там дальше. Здесь нужно явно сбросить вот этот шар вниз, да? Да. Это, не знаю зачем. Сюда. Оно-то сюда, но... Да, нам нужно пройти сюда, нам нужно поднять эту деревянную стенку огромную. Значит, поехали наверх. Ух ты! Ух ты, какой сюрприз здесь нас ждал. Ага, понятно, наверх. Опа! Да ну не в ту же сторону, ну что ж, я не нажимаю. Раз и оп, вот так вот. Так, все, это сбрасываем вниз. Давай, иди. Ну давай, иди уже вниз, иди, давай. Идите вдвоем. Идите. Интересно, ящик надо сбрасывать? Да. Да? Ну ладно, давай сбросим. На всякий случай. Пригодится. Так, теперь нам наверх. Не получилось. Вот же ж надо, сфейлил все. Ой, смотри. Смотри, там то... Да, тихо. Там звездочка. Да, там была звездочка, я сейчас попробую еще раз ее забрать. Попробую забрать ее. Звездочку. Значит, сюда мы отталкиваемся. И вот так вот. И вот так вот. Качелька! Ну ладно, сделаем по-хорошему. Поздно. Ладно. Перепрыгиваем. А, вот внизу, смотри, и ящик наш, и этот самый шарик этот колючий. Да.
давайте сюда уже прыгнем вот так вот. Качелька еще качается здесь, да? Вот так вот. Вот, все, получилось у меня. У меня получилось! Все. Ну, давайте шар и эту штуку летите вниз. Оп, оп, вот так. Вот, все, все, все. Я выполнил за один раз. Не все задание, но... Хорошо, и что теперь это означает? А, все, оно как противовес уходит вниз. И стеночка должна открыться, точно. Лишь бы она сейчас не опустилась нам на единственную нашу голову. Папа прошел уровень! Хоть все звезды собрали. 15 раз мы принесли Лео в жертву. Нажимаем продолжить, и, наверное, открывается сейчас бонусный уровень. Не открывается. А бонусный уровень откроется только тогда, когда мы наберем 5 звезд, а мы всего лишь набрали 2. Мне кажется, что мы не будем проходить 10 уровень снова, потому что мы там, к сожалению, не заработали звезду. Но мы тогда палки и шипы. А дальше уровень называется. Мы не увидим здесь бонусный уровень, потому что... Ого! Ты монетку забыл. Да-да, забирай монетку. Ты! Теперь я? Угу. Ну, хоть монеткой собрал, давай. Посмотрим, что там дальше. А, там дальше... Не все непросто. Хорошо, это все хорошо, что все непросто. То первый уровень был простой. Вот, лучше мы ускоримся вниз, лучше присядем. Здесь мы вот так вот сделаем. Потом сюда. Сейчас эта штука опять упадет. Это колючка. Это колючка, шипованная колючка. Иди сюда, колючка. Нет, я не то имел в виду. Взлетели. Ладно, так вот делаем еще разок. Оп. Где же все шестеренки? Наверное, тоже так же надо сделать, да? Нет. Ага, нет. Тут уже все не так просто. Ясно, это надо сдвигать. Теперь вот так делаем. Вот так. И вот так. Вот. Всегда надо себе помогать всякими ящиками. Ай, мне не нравятся всякие кнопки. Ай, тихо. Сейчас эта штука наверняка вернется назад. Ну да, конечно. Мы делаем вот так. И вот так. Тихо, фух. Повезло. Разгоняемся. И опа! Вот, получилось. Монетку забираем. Там какая-то кнопка была. Мы сейчас ее... Для чего одна? Я же вроде было все... Где кнопка? Где кнопка? Проходим. Вот это? Да. Для того, чтобы запустить механизм вот этой вот болтанки вот этой вот. Видишь? Ну что-то ее не нужно нажимать. Ну... Кстати, трезвая мысль, на самом деле, смотри. Мы сейчас сделаем вот так. Может быть, и не нужно было нажимать, кстати, можно было бы без нее пройти. Так, здесь все равно нужно сюда идти, видимо, раз тут есть разгонный трамплин. Опа. Ныряем вниз. Лучше надуемся. Надуемся, я сказал. Можно не надуваться было. Теперь там джунгли. Жаху! Да, какие-то... Нет, фух, чуть-чуть не это самое. Смотри. А где это наблюдающая машина? Мне было интересно. Ну, я хочу ее поскорее увидеть. Что это там? Не знаю. Наверное, надо сделать вот так. Скорее всего, чтобы она меня удержала. Да. Надо, давай присядем на всякий случай. Так, и теперь что? И теперь мы делаем... Да, ящик этот надо сдвинуть самое лево, для того, чтобы планка не упала, чтобы муж тяжелый лево. Лево столько... Когда? Представляешь, сколько у него монет внутри? Он же написано собирал кучу монет своих. Вот, здесь разгоняемся и перепрыгиваем. Все просто. Ва-ха-ха-ха-ха. Лево посмеялся. Когда что? Ты хотел что-то сказать? Пап, а когда будет это наблюдающая машина? Откуда я знаю? Я эту игру вижу впервые. Давайте вот предлагаем медленно-медленно лететь. Мне это нравится. Ну, конечно. Нет. Ладно, полетели. Поехали вниз. Что? Угу. Вы видели, что происходит? И хорошо, что я не прыгнул. Потому что я бы на шипы накололся. Так, опять какой-то механизм тети Оли. Давайте, наверное, поменяем. Туда перетащим тазик-ящик. И сделаем вот так. Вот. Вы видели, да? Класс. Нет, тихо. Разгоняемся. Опять сюда. Слушай, одни шипы. Что ж такое? И вниз. Спокойно, не так быстро, Лео. Вау.
Так, смотрите, подстава какая. Два ящика наверху колючки, а снизу один нормальный. Мы это дело все сейчас вот так вот... Эй, сдвинем! Нет! Ого! Чуть-чуть на голову не упал. Так мы состоим из одной головы, если что. Лео — это одна сплошная голова. Голова и усы, и глаза, и куча монеток. Так, и что теперь? Как нам это все дело переосилить? Давай вот так сделаем. Нажмем ящик, катись сюда. Что-то мне не нравится, что я сделал только что. Пап, а если бы эти колючие шарики... Шипы. Да. Ящики. Да. Вот они на чистой стороне, и они бы нас раздавили. Ну, раздавили, да. Вот можно сделать так, я не знаю, чем это сделал на самом деле. Я не знаю, что я сделал, но это довольно мило на самом деле, то, что я сейчас сотворил. Нет, я смогу вырваться. Смотри, можно раз и вот сюда. Мы выжили! Ты видишь? Да. Не всегда. Шестерня. Мы взяли шестерню? Как мы это сделали? Я ее не видел даже. Мы взяли эту шестеренку. А как нам вот этот ящик сдвинуть влево? Скажи мне, пожалуйста. А, все ясно. Вот так надо делать. Нет! Еще раз. Дубль два. А, нет, эта штука только назад, да, возвращается, да? Да. Ну хорошо, давайте. Давайте назад возвращайтесь. Штука, давай. У меня был шанс. Ладно. Да, тихо. Все, есть, я сделал это. Ура. Сын, я переживал. Что это? Какое-то колесо. Надо что-то катить, толкать надо, я понял. Надо что-то толкать. Давай, Лео, напрягайся. Поехали. Ой, не нравится мне все это. Не нравится мне... Ух ты! Да что ух ты-то? Я говорю, мне не нравится это все. Ладно. Вот так! Ух ты, я выжил. Я смог. Оказывается, это... Ребят, это очень напряженная игра. Пыль собрана. Завершите эпизод 3. Жертв 8, звезду мы не получили, но зато за собрали все звезды, да? Мы успешно прошли эпизод под номером 3, называется «Падение тети Ольги». А почему-то... А мы не можем в него играть, потому что мы не собрали достаточное количество звезд. Для того, чтобы сыграть в бонусный уровень, нужно собрать 5 звезд. Мы собрали всего лишь 3. То есть нужно хотя бы один уровень пройти на 2 звезды. Да. И все остальные по одной звезде. Да. Звезде. Да? Да. Да. Судьба дяди Сергея, точно, это будет 13 уровень порядковый. Здесь есть один бонусный уровень, но нужно собрать 6 звезд. Итак, история пошла. Давай почитаем историю. Я покинул города Ольги, сбитый с толку ее пропажей. След вел меня в горы дяди Сергея. Он был торговец, добывал металл в горах и продавал его всем подряд. Сергей копал глубоко и добрался до ядра мира. Пришла буря и разрушила шахты. Работники погибли. Состояние утеряно. Похоронено под камнями. Дядя Сергей сошел с ума. Он поселился у озера, где днями писал, плавал и спал. Храпел, точнее. Хрюкал. Я предложил ему помочь вернуть торговлю, иначе он останется безумным. Он сказал, что это я безумный, и чтобы я убирался вместе со своим золотом. Разумеется, ему проще было украсть мое золото, чем добывать свое. Действительно, лучше украсть, чем добыть. Безжалостно, как ветер, в проходе дяди Сергея. Так, вот какая красивая музыка. Красивая музыка, ветер, мостик. Все очень у дяди Сергея, между прочим, положительно. Не то, что у тети Оли, которая там кучу шипов нам подарила и всякие ловушки, да, мы там столько... Наверное, здесь тоже будут. Было очень тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой. Там ветер, ты видел? Это был снизу ветер, вон сильный, смотри. Нужно... Нет, наоборот. Тяжелее. Понял, да? То есть это наоборот надо. Тебя толкает ветер наверх.
Вот так вот надо делать. Это сильный ветер снизу. Как... какой-то камешек нас толкает. Сейчас мы пройдем. Вот. Вот так вот. Понял, да? Теперь куда? Теперь опять наверх. Видишь, стрелка наверх показана. Только между... Странно, он наверху почему-то умирает. Хотя можно было спокойно улететь себе в космос. Например, долететь до Марса. Там тоже есть, возможно, жизнь на Марсе. А есть ли жизнь на Марсе? Нет. Откуда ты все знаешь? Потому что я недавно смотрел этот мультик. Да, не мультик, а фильм. Да. А теперь надо вниз, видимо, да? То есть, ну вот так вот, надо тяжелеть. Вот так, ух ты, мы балансируем в воздушных потоках. Ну, такая веревочка. И опа, тихо, вот так, вниз, сюда, вниз. Что-то у дяди Сергея все мрачно. Мрачно и очень ветрено, это я точно вам скажу. Ну, смотрите, мы можем медленно, не-не-не, сейчас подожди, если наш медленно двигаться прямо в воздушном пространстве. Чуть-чуть, потому что нас унесет в космос. И мы полетим к Луне. Пролетим мимо Марса. Какая ближайшая планета к Земле? Марс. Неправильно. Ближайшая планета? Да. Наверное, Венера. Правильно! Я ж с перепугу улетел вниз. Правильно, Венера. Так. И вот. Ой-ой-ой, нет, это было что-то очень страшное только что, ты видел? Ой, а что теперь делать? Сюда, наверное, на всякий случай. Ладно, переждем. Переждем дождь на этой перекладине. Так, это надо сделать вот так. Слушайте, вот это, конечно... Это вот мы это к, да. К дяде Сергею мы приехали, да? Угу. Что-то мне не нравится у дяди Сережи. Хотя, все-таки все равно это лучше, чем у тети Оли. Тетя Оля там... Ух ты... Нет, это не лучше, чем у тети Оли. Это было неожиданно. Я что-то не хочу уже туда. Ладно, вот так делаем. Оп. Зависаем. Вот так. Теперь прыгаем. Зависаем. Вот так. Время ждем. Оп. Зависаем. Ждем время. И прыгаем. Есть. Этот уровень не уровень, а... Вау, какое колесо. Колесо. Если постараться, то это станет колесом истории. А, это оказывается... Нет, это оказывается стенка, которая не дает нам возможности прыгать через нее, да? То есть мы можем только... Пожалуй, я там повешу наверху. Нет! Ой. У нас был шанс забраться по стенке на самый верх. То есть надо бежать вперед. Я не успел. Сейчас надо делать вот так просто. Вот. Опять. Только ж почти прошли, ну... Куда я спешу? К своим золотам. Да, я очень, как Лео, мы стараемся ему помочь добыть его золото. Вот, получилось. Опять эти штукенцы. Может... Опять то же самое. Может, кстати. Все-таки дядя Сергей украл его золото? Ну, я скажу точно, что кто-то украл. Может, если он разбросал. Лабиринт. Крутящийся лабиринт. Внутри куча шипов. Где же вход? Вот вход, прыгаем. Разгоняемся, наверное, надо разгоняться. Разгоняемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо, сюда. Сюда. А, я поспешил. Да, то есть надо было пройти на ту сторону. Ладно, подождем. Сюда, да? Нет, мы сюда не сможем, мы в шипы попадем. Ну да, мы должны здесь выйти, а вот сейчас вот вход к нам приедет. То уехал выход, вот вход. Итак, спешим. Сюда. А здесь надо помедленнее. Все время помедленнее. Не спешите, товарищ. Второе колесо. Нет, мне не нравится это. А, все ясно. Надо все время держать равновесие. Горизонт. Нет, не равновесие, а горизонт. Это все какая-то страшная штука. Зачем я начал играть в эту игру, Илюша? Чтобы ты был очень сильный.
Нет, 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 нет. Как? Ай, не прыгать. Чтобы я был очень сильный, а ты, Игорь, сильный не становишься, наоборот. Наоборот. Так, давайте попробуем все-таки пройти этот уровень быстро. Нет, ладно, возвращаемся назад, потому что... Мы старались как могли, да, сын? Мы на него кричали, мы на него пищали, мы на него смотрели глазами, переживали, плакали. Так. Вот так плакали, да? Да. Да. О, нет, шипы, о, нет, шипы, нет. Все, теперь назад. Пробуем еще пройти раз. сюда. И нет! И не сюда. А как? Ладно. Сейчас я попытаюсь догадаться. Или, может быть, просто на удачу проходим, да и все. А, нет. Лео неуправляемый. Он завис в углу и не хотел управляться. Или это я такой... Ой, пап. Ау. Давай еще раз начнем, потому что там было... Можно пройти, оказывается. Так, подождите. Давай умерли. Сначала умерли. Давай сначала умерем! Не хочу умирать, Илюш. Это не... Агрессивно. Все, я понял. Вот так. А! Есть! Сделано было. Давай уже прошли уже. Пускай будет так. Я не хочу его проходить заново. Не спеши. Мы собрали все 80 звезд. Мы молодцы. Мы же 15 раз, к сожалению, принесли Лео в жертву. И продолжаем играть. Мы выходим на 14 уровень. Четвертый эпизод «Судьба дяди Сергея» называется «Беспощадные колеса». Беспощадные колеса. Вот первое колесо, которое уже стало очень беспощадным для того, чтобы на него хотя бы даже забраться. Нажимай. Так, знаешь, когда нажимаешь и не нажимаешь кнопку вправо, в общем. Короче, разгоняешься, отпускай кнопку и... Вот так, да. Да, все правильно ты начал делать. Давай еще разок. Что ты делаешь? Сейчас все получится. Раз. Давай. Еще раз. Нажимай. Давай попробуем. Да. Назад немножко. Может, с разгона. Теперь там тоже такие колючки. Конечно. А, нет, колючки тут есть, но они все в колесе. Так, поехали. Все в колесе. Куда я лечу вообще? То есть надо не спешить, я так понимаю, да, здесь? Не, я говорю, не спеши, Лео, подожди. Ну что ты не торопыга такой, ну? Так, а как это делать? Это делать вот так. Туда, вот туда хочу. Вот туда, правильно? Сюда, сюда. И... нет! Пытались просочиться между шипами и камнями. Ой, я... Давай вот так, да? Лео, держись. Нет, Лео, держись. Приключения Лео! Лео! Пока, Лео! Да? Удачных тебе приключений! Так, вот так делаем, вот так. Сюда. Тут, видимо, не надо прыгать особо. Тут, на самом деле, нужно просто вовремя переходить из колеса в колесо. Все. И там, кстати, вы видели, что там оказывается? А, нужно... О! Мы взломали игру! Мы появились на чекпоинте, до которого не дошли. Опять такое же. Да, опять колесо. Только маленькое. Ничего себе маленькое, вон точно такое же. Ага, там вниз надо, смотри. Вниз надо, я говорю, Лео! Сюда поехали, все. Да ну что? Почти, я почти прошел, да. Ладно, то есть тут... Тут многоуровневая система передачи Лео из одного колеса в другое. Сейчас попробуем вот так, вот сюда и вот сюда. Вот, очень даже успешно. Та-дам! Колесо. Беспощадные колеса, я понял, да. Еще раз. Не получилось. Разгоняемся. Пяу. Отлично. Пяу. Почти. Надеюсь, мы все звездочки собираем. Пяу. Колесики, шарики, как эти штуки называются? Квадратики, вот эти вот зеленые, которые крутятся. Монетки. Желтые.
Опять колесо. Будут шестеренки. Когда будут шестеренки? Ну, надо, да, хотя бы одну собрать шестереночку. Они где-то скрыты, понимаешь? Они от нас прячутся. О, вот сюда. Правильно? Да. Там же ничего нет? Да, ничего нет. Продолжаю. Опять колесо. Дядя Сережа, вы это... натворили колес. И как нам теперь жить? Во-первых, где вы берете столько бензина, чтобы они крутились? Эти колеса. О-о-о. Он их просто раскрутил. Ой, что это? Он их просто раскрутил. И они... И они крутятся. Они так... Так! Лео улетел. Просто он так их раскрутил. Да, я заметил. Ладно, сюда. Наверное, если есть такое ответвление, да, значит... Значит, сюда. Сюда теперь, наверное... А если сильнее нажимать на планшет, он будет лучше прыгать? Наверное, да. Не, не будет. Я попробовал только что. Стало только хуже. Сюда. Я даже не прыгаю, пока только перехожу. Сюда. Теперь сюда. Зачем я это сделал? Кто-то не может сказать, что мне надо делать? Ой, тихо, тихо, тихо. Лео, не спеши. Дружище, я понимаю, ты хочешь собрать Лео все монеты. Фантом, приключения Лео. Ты хочешь быстро собрать все монетки, но, пожалуйста, не спеши, Лео. Ага. Так, сюда. Он должен забрать все свое зубы. А как вообще нам туда попасть? А, понятно, надо вот в этот вот коридор прыгнуть вот сюда. И вот с этого коридора нам надо попадать в колесо. Вот сюда, видишь? Нигдышка, я сказал, попадать в колесо, а не между колесами. Лево. Фух, я прошел. Так. Опять. Опять сосиски летящие в воздухе, смотри. Это не сосиски. А мы будем плавно дрейфовать в воздухе. Тихо, тихо, тихо. Коня, спокойно. Тут какие-то порывы ветра. Тут порывы ветра уже, смотрите. Но надо все же монетки собрать. Да! Нет. Чуть не сдуло нас ветром, да? Слушай, я уверен, что наверху, вот здесь вот наверху, вот мы зря прошли, наверняка там наверху была шестеренка. Потому что надо было слетать все-таки. 10 раз у нас 10 жертв, и всех 50 звезд мы собрали. 15 уровень. Наверное, он не будет несложно. Точильня Сергея. В точильне Сергея всегда несложно. Ходишь себе, точишь что-нибудь, морковку или капусту, что угодно. О, здесь уже сложно. Не, несложно. Сложно. Лео, смотри, приключения Лео. Давай, Лео, прыгай. Куда ж ты прыгаешь-то? Это ж в красном шарике была тоже такая штука. Помнишь, что красный шарик не умеет ползать по стенкам, а Лео у него, он как лизун прилипает к этим. Наверное, знаешь что? Наверное, нужно как раз использовать вот ту часть, где нету... Большой, да, палки. Где нету одной палочки, да. Давай большой. Ой. Не получилось. Большой палки. Давай попробуем просто классически, да, спрыгнуть сюда, сюда. Не получается у меня, видите? Я что-то... Наверное, можно с разгона. Он сказал... Он сказал... Вау, как ты влетел. Мы обманываем игру. Нет, мы не обманываем игру. Мы ее просто проходим. Ну нажимайся же ты, ну. Давай еще раз. Проходим, нажимайся. В другую сторону. У меня есть шанс выжить. Я выжил, я выжил, я выжил. Я могу, я могу, я могу, я могу, я могу долететь. Долететь, долететь, долететь. Лес! Не обязательно через все проходить. Можно было просто делать... делать через прыгать. Ну, натянутые сосиски. И тут дырки есть. Значит, будем аккуратненько. Я что-то, мне кажется, что он сейчас порвется. Я лучше от греха подальше отсюда убегу. Так, все вперед. Забираем все монеты, разгоняемся. Можем смело разгоняться, наверное. Нет. И что это за... Вот это просто. Штукенция. А, я понял. Нужно надуться и лететь внутри этой штуки. Ой-ой-ой, Лео. Лео, Лео, да, нужно лететь туда. Лео, у тебя очень тяжелая жизнь, я смотрю.
почесали нам, почесали. Не, а куда? Как? Там тупик оказался. Давай, прыгаем. Я не хочу. Может, надо подгибаться, когда там? Ну да, наверное. То есть, скорее всего, нужно... Подожди, а как же это... Нет, я уже я нажал нагибаться, честно. Ты видел, да? То есть, нужно пролетать через всю систему вот так вот, что ли? Да. Давайте попробуем, хорошо. И вот сюда, вот в эту сторону. Опускаемся, опускаемся, держимся, 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 где? Лео, ну, возьми себя в руки, ты же мужик, ну, усатый мужик. А это в эту сторону, видимо. Немножко надо отпускать, потому что опять третья, нет, ну. И что, и куда я? Куда? Нет, сюда, можно сюда? Все, я прошел. Там просто неизвестно было, куда бежать. Опять, что это такое? Мясорубка. Мясорубка. Быстрее надо быть, понятно, надо быть быстрее. Разгоняемся. Нон-стоп, ребята! Быстренько. Сюда. Догоняет. Догоняет! Ай-яй-яй! Есть! Получилось! И что я делаю? Давай пробовать еще раз. Это, по-моему, то же самое. Пробовать еще раз. Ты тоже надувайся. Вот и все. Действительно, надо было просто надуться. Илюша прав. Ой, какая змея классная, смотрите. Механизмы классные вообще. Подальше. Надо на входе в квартиру такой поставить. Нет. Классно будет вообще. Представляешь? Не вошел. Ну и ладно. Потому что она колючая, мы от нее умерем. Не умерем, а умрем. Не хочется мне что-то прыгать, если честно. Ну давай. Так. Мы летим, проплывая в огне, плоскостями погрешной земле. Бак пробит, хвост горит, но наш Лео летит на честном слове и на одних усах. Придумал такую смешную песню. Не совсем, я ее просто переделал на самом деле. Нет, тихо, стой! Это песня про... Старый наш бомбовоз нас на базу привез на честном слове и на одном крыле. Нет, такая! Вот. А что это за песня? Это я уже знаю, сколько лет долет этой песенке, я не знаю. Так, смотри, как это проходить? Как это проходить? Не знаю. Да сюда смотри, как это проходить? Я лучше бы проходил только первый. Конечно, он, наверное, легкий. Mm-hmm. Дальше вон какие-то всякие шипы, колючки начались. У дяди Сергея, у тети Оли. Они все какие-то странные эти. Слушайте, я не знаю, он рискует своей жизнью ради обычных монеток и золота. Нет! Бем! Так, отпускаем. Мы же были быстрее. Надо было просто все-таки нажать. Я сначала пытался пролететь надутым шариком. Надутым не получилось. И отпускаем. Оп. И что? А, можно прыгать вниз. А то я уже переживать начал. Разгоняемся, и мы вылетаем на следующий уровень. 65 звезд из 65, 20 жертв. За 6 минут рекорд. 3.10. Продолжаем. Так, остался последний эпизод. И опять мы не сможем пройти бонусный уровень, потому что мы не наберем определенное количество звезд. Нужно 6, мы набрали только 3. Восхитительные доски. В каком смысле? Действительно. Монету. Ты не спеши. Надо всегда же брать монеты, сын. Может, это была только шестеренка? Ха-ха, мы даже шестеренку, кстати, не видим.
А, это противовес, который здесь ездит, и его надо делать вот так. Оп. Монета, ты, I need you. Так, ладно, перепрыгнем эту штуку. Вернемся за монетой. Да, за монетой же, ну. За монетой, Лео, вот так вот, да, молодец. Молодец, перепрыгиваем через эту шипованную колючку. Ну, а монета как? Сейчас. Давай, 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 Лео. Монета, есть. И шипованная колючка. Колючка, и перепрыгиваем. Монета есть. Шипованная колючка. Перепрыгиваем колючку и сюда, и вот. Так. Вот так. Вот, получилось. О, опять. Это так же, как в первом эпизоде. Да, там уже вот было. Не в первом, в третьем эпизоде было. Такая. Или в третьем, или в четвертом. В общем, такая штука уже была у нас, да? Это мы прошли быстро. Мы уже профессионалы. Это четвертый эпизод. А, ну, мы сейчас проходим четвертый, да. О! Сейчас что-то грохнется на нас. Восхитительные доски, да, называется уровень? Да. Не знаю, что восхитительного в этих досках, но монетку я не взял. Давай вернемся за монетой. А мы вот так вот, смотри, сделаем. Вот это да, как она крутится. Да. Продолжаем движение. Оп. Оп. Монеточку. Монеточку. Хорошо. Дальше проходим. Так, продолжаем. Водопадики красивые, лианы, все, все красиво, но я поспешил куда-то. Ну, нормально даже поспешил, удачненько. Только пока не понимаю, что дальше делать. Зачем? Вот это да. А, вот оно что, вот так вот. Потом мы сюда разгоняемся. Фух, я выжил, все нормально. То есть надо дождаться момента правильного. А если будет ноль жертвы там? Ноль жертвы, нам дадут еще одну звезду тогда. Тогда у нас будет успешно пройден уровень на все звезды. На две звезды, как минимум. А если мы еще и пройдем его быстро, то будет три звезды. Ну, где эта планка? Возвращается назад? Вот так, возвращается. Нет. Догнала нас. Догнала нас. Теперь одна жертва. Ну, нет, мы уже столько раз, Илюш, жертвовали нашим Лео, что на две звезды мы уже точно его не пройдем. Ну, да ничего. Нам просто интересно играть в эту игру. Да, сын? Да. Монетки! Давай, вы... Они так медленно ходят, эти штуки. Нет, я не хотел. Не спешите, не спешите, не спешите. Вот так. Вот, перепрыгиваем через колючку. Колючка противовес. Колючка противовес, ты где? Вот. И сюда. Все, прошел. Интересно, как он не намокает? Он же весь мокрый, грязный. Этот... Опять ветер. А, ну надо лететь вниз, смотри. Надо лететь вниз. Не так быстро, Лео. Не так быстро. Можно отдохнуть немножко. Ла-л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 а. Так. Какая-то телефонная будка. Мы ее пролетаем. Смотрите. Там, наверное, кто-то живет. Там что-то делают. Может, там Сергей живет? Может быть, дядя Сережа там живет, да. Вот так. Монетки все же надо собрать. Он так смешно надувается, мне так нравится. А откуда он? Тихо. Лево, туда. Все. Так, наверное, нужно лететь наверх, судя по всему. Да? Только не спеша, пожалуйста. А то тут все одни сплошные ловушки. Вон, видишь, шипы. Понимаешь, да? Летим. Угу. Не летим. Летим. Получилось? Ага, вот так, там получилось. Не нужно лететь наверх, потому что там черепок. Да, на самый верх к черепку лучше не лететь. Да. Но где-то же должна быть шестеренка, я уверен в этом. Да, я тоже. Должна быть эта шестеренка. Давай проверим. Там она есть наверху? Нет. Нарисован черепок. Ладно, возвращаемся. Надо, кстати... Только не в черепок, надо а все... то он тебя съест. Нет, надо было разгоняться. Только не в черепок, а то он тебя съест. Да я слышал. Я слышал. Помогай папе. Нет, не так. Давайте еще раз с разгону. Лево, давай с разгону.
вот так. Продолжаем. Давайте посмотрим. Может быть, где-то все-таки есть шестеренка. Нет, его аккуратненько, чуть-чуть не так быстро. Поднимайся, смелее, давай. Давай. Вот, шестеренка. Есть! Видите, как получилось. Все. Только не в черепок. Да, хорошо. Опускаемся вниз и с разгона опять в эти колючки. Так, мне не нравится. Так, давай еще раз, выдыхай. Выдыхай. Давай еще раз, давай. Ладно, повторяем дубль 2. Нет, не так! Ты тоже надбался. Хо-хо-хо. Получилось. Хо-хо-хо. Не получилось. Вот так. Сюда. Надуваемся. Опять что ли? А, монеты все. Давай, проходим. Опа. Вот оно что, хитрюшки. Вот как взлететь так, чтобы было... Пробуем. Опа, метод проб и ошибок получилось. Еще раз. О, второй раз получилось, тоже хорошо. Третий? Может, хватит уже, а? Ага, понятно, я уже научился. Все, вот, я видел, там был балкон какой-то наверху. Так, тихо. Мы встретили каких-то трех, тетю Олю, дядю Виктора и дядю Сергея, да, мы встретили? Да. Они тут сидят, попивают чаек себе спокойно, мы тут собираем все 78 звезд. Да. Что будет дальше, мы еще не знаем, поэтому сейчас посмотрим. Уровень будет называться, под номером 17, а называется он... Сейчас посмотрим. Не называется. Сразу история. Ладно, смотрим на историю. Давайте почитаем, что там. Да. Очевидно, все трое. Как я это замечал? Я кричал и ругался. Зачем они взяли мое золото? Я был к ним добр. Они сказали не успокаиваться, но на другое у меня и сил не было. Мы не брали твое золото. Оно нам не нужно. Никогда ты не давал его, ни сейчас. Не надо нам твое золото. Но мы помогли. Мы рассыпали твои монеты по нашим землям. Но мы были не одни. На снегу виднелась дорожка из моего золота. Думай, как инженер, которым ты когда-то был. Ты же на этом разбогател. Я ушел в холод, чувствуя себя идиотом на дурацком задании. Идиот – слово плохое. Не зная ничего, узнавая обо всем последнем. То есть Лео специально отправили в этот путь его родственники. Вход на станцию, следующий уровень называется. То есть они специально разбросали монеты по территории для того, чтобы он... Сдвинулся с места. Он, видимо, очень слишком он любит свое золото и начал забывать о своих родных. Ну, посмотрим, чем закончится этот чудесный эпизод. В любом случае, сбором монеток. Вот наша первая жертва. Первую жертву принес Илюша. Вполне успешно. А, это тоже противовесные такие, видишь, штуки. Да, надо было немножко подняться, да, чтобы... Давай, помогу тебе. Разгоняемся и здесь немножко опускаем. Чтобы подняться, сюда перепрыгиваем. Ага, то есть то же самое, да, надо немножко опустить. Ой, я перестарался. Смотри, какой дракоша сидит наверху. Какой классный. Так, опускаем. Интересно, а как нам собрать эти монетки? Это вот только так надо возвращаться, что ли? Да, точно, только так возвращаться. Ну, хорошо. Нет! Идея заключается в том, чтобы вот сейчас перепрыгнуть на верхнюю балку. Сейчас покажу. Эту мы опускаем, перепрыгиваем сюда, а нет, это в другую сторону, перепрыгиваем сюда, потом вот так, опускаем здесь как можно ниже, разгоняемся и перелетаем! Вот, мы взяли и монетку, и в принципе, опять взяли и монетку, и продолжаем путь наш. Сложный путь. Very nice. Да, very nice, сказал нам Лео. Да, конечно. Попробую. Смотрим, и какой-то замороженный холодный замок. Как ты видишь на стенах?
Теперь мы в него зашли внутрь, а тут жаровня явно какая-то. Механизм, что за механизм? Надо какую-то штуку покрутить. Он подсвечивается сверху. Сейчас что-то будет опасное здесь происходить, явно. Нет, ничего. Наверное, это просто красивый такой взгляд. Ты же луч света с неба. Ладно, прыгаем дальше. Ну давай. Странно, у нас нет абсолютно никакой опасности. Yes. Это подозрительно. Очень подозрительно. Очень-очень. Ты чего делаешь? Давай перепрыгивай. Лёш, ты чего? Прыгай давай, ну. Вот, смотри, видишь, и здесь прыгать надо. Такие тени мрачные, зловещие. То есть мне кажется, что за тенями этими что-то прячется. Ага, видишь, что прячется? Колонна прячется, нам нужно попасть в нее. Опять мы куда-то падаем. Все время мы куда-то падаем, спускаемся. Все ниже и ниже, обратите внимание, шипы. Давай и бензопила. Что, а чё я? Ага, и свет. Видите, мы еще не все видим даже. Ох ты, мы идем. Ага, видите, там шипы. Мы идем в полумраке, в полутьме. Я сделаю так, чтобы нас не видели. Та-ра-та-та-та-ра. Монетку даже взял, я слышал только что. Да, интересно, кстати, это препятствие у нас с этими. А, тут тоже пила. Тоже пила, но мы ее не видим. Поэтому будем делать. Работаем вслепую. Куда прыгать? Монетка. Ух ты. Что-то мне не нравится это. У нас свет выключается. Я надеюсь, я попадаю. Так. Большая пила. Огромная пила. Мне кажется, как только я прыгну, она сразу активируется. Это же очевидно. Я прыгнул такая. Не активируется. Сейчас, да, конечно, не активируется. Ага. Мало того, мы ничего не видим. Ну ничего, зато у меня получилось, да, пройти? Так, ой, какой-то вон старый воздухозаборник. Ладно, продолжаем. Маленькая пила, зачем она там нужна, если мы можем идти в эту сторону? Ты можешь подсказать мне? Нет. Никто тебе ничего не подскажет, да? Так, я думаю, что эти ящики не зря двигаются. Наверное, да, ящики двигаются не зря. Давай посмотрим, зачем это нам надо. Как-то он слишком низко. А, это видите, это свет. Мы открываем этим ящиками свет. То есть для того, чтобы видеть вообще, что происходит, нам нужно открыть вот так вот сделать. Я думаю, почему камера так высоко поднята, чтобы, ну, что мы ничего не видим. Вот, надо сделать так, чтобы мы видели просто зону. Поэтому мы... Я перестарался. Да? Нет. Да, потому что я не вижу бензопилу. Ну это не бензопила, а просто пила. Все, вот теперь мы можем попытаться пройти через эти пилы. Тихо. Так, проходим сюда. Вот здесь вот у нас. Вот так. А, там была пила. Плохо мы расположили. Ой-ой. Напряженный момент. Как? А, я понял, пока это уходит наверх, надо прыгать сюда. Нет, рано. Рано. И пробегаем. Шанс есть? Есть! И, ну, я почти ж прошел! Ты видел, Илюша? А, слушайте, вот это, конечно, уже посложнее будет, но неплохо, молодцы. Классно. Вообще, разработчики игры молодцы, постарались на славу. Очень головоломки, которые нужно прежде всего думать, чтобы пройти. Это очень классно. I better watch my step. Watch my step, он сказал. Ага, там. А где он? Я не знаю. Ладно, вы даже не поймете, что вы умерли, потому что вы ничего не видите. Так, вслепую, конечно, тяжело это проходить. Может, надо напрыгивать на эти штуки? Не, надо просто не спешить вот и все. Опа. Теперь мы делаем вот так. Теперь опять перепрыгиваем. Все. Получилось. Да, главное было не спешить, а дожидаться, когда они вернутся. 62 звезды, 19 жертв. Проходили мы этот уровень 7 минут 49 секунд. Ну, я думаю, неплохой результат. Продолжаем, смотрим на следующий уровень. Нажимаю, Люша. 18 уровень. Сердце из золота. 18 уровень. Буря льва.
По классике начинает Илюша, он проходит как голкипер через... О, смотри! Ой, она за нами следит механический... Мы все ближе и ближе к этому огромному механическому устройству. Я думаю, что все его золото находится в этой механической штуке. Нет. Сейчас что-то произойдет. Лети, 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 Лео! Надо крыльями, крыльями махать. Усами, усами. Усами, да, точно, усами махать. Давай, перевешиваем. Но не настолько же перевешиваем, ничего себе. Ух ты, вот это да. И они уезжают наверх, кстати, эти штуки. То есть сразу же почему-то. Это все этот большой-большой-большой следящий за нами робот. Это все он тянет, я знаю. Механический девайс. Санки! Наступила зима, можно покататься по санкам. Ю-ху! Корки! Ура! Я зря спрыгнул с этих санок, наверное. Да? Зря, да? Да. Наверное, зря. Давай. Ладно, будем без санок. Падать. Будем на своей попе кататься. Лео одна сплошная попа, он тоже может покататься. Давай еще раз. Мы не взяли ее. Я предлагаю принести себя в жертву, чтобы взять эту шестеренку, да? Да. Пробуем. Теперь мы с санок не слетаем, да? Да. Ю-ху! Санки! Ура! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Опа! А! И куда мы летим? Почти! А, понятно, летим опять вниз. Все, рано я спрыгнул, рано с санок. Продолжаем движение. А санки такого старого образца, знаете, в 60-х годах такие были. Деревянные, красивые. Ю-ху! Продолжаем движение, летим, 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 летим. Опа! Есть! Вот так вот, просто надо было вовремя подпрыгнуть. В 18 уровне мы взяли шестеренку. Так, я думаю, что чем больше шестеренок мы соберем, тем будет что-то дальше в конце лучше. Так. В полной темноте. Лео в полной темноте действует как настоящий герой. И бежит за своими монетками. Смотрите, какой знак восклицания, видишь? Вау, как она быстро крутится. Что-то она какая-то безумная слегка. И она не одна такая. Тут вообще пол этого безумства. Половина завода всего безумного. Я... Окей, главное терпение. Да, Леш? Угу. Все. Пройден этап. Так, опять лететь, да? Да. Надуто. Бензопила. В смысле, просто пила. Не бензопила, а пила. Вообще, в полумраке летим, собираем наши монетки. А вот эти вот Ольга, Сергей и... Как звали еще брата? Одного. Они тоже, видимо, проходили через все эти препятствия. Так, ну как? По-моему, он опасен. А как это проходить-то? Подождите. То есть это надо очень вовремя подпрыгнуть, что ли? Да. Вот так вот? Да. Ого! О, ребят, я не успеваю. Я не успеваю. Успеваю, я могу, я успеваю. Понятно. Просто вовремя это надо делать. Да. Это возможно пройти. Так. Надуваемся. Надуваемся, летим. Они двигаются. Они неожиданно двигают. Ага. Интересный поворот будет. Так, ладно, здесь тогда просто... Нет, я даже ухо невозможно почесать во время игры, представляешь? Давай, уезжай. Это приезжай. Вот это сюда. Тихо. Тихо. Нет, это была плохая идея. Сейчас эта штука приедет сюда. Вот, все. Я надеюсь, я там ничего не забыл. Никакие монетки наверху. Не, я случайно. Надо промахнуться. Так, тут какой-то... Ой, что-то меня несет. Да, механизм. Так, проходим. Такие люминесцентный свет светит. Вот тихо, спокойно. Не спеши, Лео. Лео, все будет в порядке. Мы соберем все твое золото. Не волнуйся, это так. Ох, он, конечно, торопыга. Или а когда торопыга? Будет еще раз так? Такой наблюдатель. Не знаю. Я же эту игру впервые вижу, что говорю.
Ну вот, судя по всему, смотри, мы к нему поднимаемся, к этому наблюдателю сейчас постоянно. То есть мы опускались в самый низ. Ой, там внизу какой-то штука. Плавно. Помнишь, мы в красном шарике мы летали между этими лазерами, помнишь? Так. Ну это легче, чем в красном шарике. Я там вообще, мне было очень страшно проходить, мне ничего не получалось. Когда босса, помнишь, там уничтожаешь? Так все. Мы помним, как все начиналось. Все было впервые и вновь. Так, пытаемся пройти этот сложный механизм, который нас вечно кусает, колючий такой. Шторки двигающие. О, полетели сюда. В прошлый раз мы там влево летели, сейчас вправо. Ну, можно и здесь, оказывается. Проходим. Не проходим мы совсем. Ай-яй-яй-яй-яй. А если на скорости пройти? Отпустить этот шарик, чтобы он летел вниз. У нас получится или нет? Нет. Да, у нас очень мало шансов, да, будет выжить в такой гонке за выживание. Так. Наблюдающий. Я не знаю, но сейчас мы к нему. Мы не к нему явно летим. Слушайте, сколько же можно? Мы уже так глубоко опускаемся, что не знаю, сейчас будем до самого ядра Земли долететь. That is nice. Yes. А что там влево? Что, ничего нету? Нет. Ладно. Продолжаем движение вправо. Уровень пройден. И. О, мы все звезды собрали. Я, честно говоря, думал, что мы что-то пропустили, потому что мы как-то так странно проходили. Было 18 жертв. Последний уровень эпизода «Сердце из золота». Да. Наверное, это какой-то ключевой уровень. Вот есть предыстория какая-то. Давайте посмотрим, что нам расскажут. Я боялся. Машина следовала за мной. Я думал об обмане и утраченном богатстве, о зависти и мести. Но больше всего я думал об одном. Об одном человеке. Привет, Леопольд. Матильда? Как ты? Я оставил записку. Мое золото украли. Я скучала. Я уходил ненадолго. Прошли годы, как я ушла. Лео, это долго. Ты уходила? Я не заметил. Я был так занят с... Знаешь, зачем я взяла твое золото? Это была ты? Знаешь, почему я ушла? Ты не уходила. Я хотела остаться, я пыталась. Но золото забрало твою вежливость и доброту. Я всегда был добрый. Когда мы встретились, ты был простой и увлеченный. И мне это нравилось. А ты бы устала от меня. Ты бы хотела вещи, не изобретения. Ну, кто знает. Твое золото в конце следа. Хорошо, я ухожу. Ты знал, что для сердца машины нужен металл? Или оно замрет навсегда? Теперь мне плевать на сердца. Неловкая пауза получилась какая-то. Mm-hmm. След жены. След жены. Вы знаете, все-таки... все-таки золото делает человека черствым и нечувствительным к каким-то эмоциям. Не нужно стремиться за богатством. Здесь уже будет не нужно стремиться за богатством и потом пытаться его забрать. Это... Чего? Все нормально. Ты же стремишься за богатством. О, видишь, прошел, все хорошо. Ты главное не спеши. В пилу прыгать не надо. Все у тебя будет получаться, не волнуйся. Давай. Может, иногда надо вовремя сжиматься, чтобы пила не достала, знаешь? Ну, правда, ты. Ух ты! Вот это ты даешь. Ой, Илюша! О, молодец! Не спеши. Yes! Ты прошел! Ой-ой-ой. Давай теперь я, да. Давай я посмотрю, что это такое. Они крутятся по кругу, да? То есть можно делать вот так. Можно делать
Вот так, почти была неплохая идея, кстати. Да? А, вниз прыгать нельзя. Я думал, внизу... Что, это наш черепашка-ниндзя? Да. Так, давайте еще раз все-таки попробуем это пройти. Пройти. Лео, давай, лети, Лео. Лео, почти. Слушай, она уходит в ту сторону. Они его сжали. Да. То есть надо было... Он же умеет сжиматься. Надо было все-таки это продолжать. Вот как мне здесь пройти? Вот так, что ли, да? Вот так? Вот так? А, я пролетел. Фух. Здесь, надеюсь, есть чекпоинт, да, правильно? То есть, ну, мне не придется опять заново это проходить. Вот так. Вот так. И вот... Почти. Вот же ж, это же надо такое, ну... Ну, это не сложно, это можно пройти вот так. Так. Кажется, сейчас запахнет... Жареным. Как в красном шарике. Тебе зажали. Ничего страшного. Я пытался просто пройти этот уровень хитро. Но, похоже, бензопила просто пила. Ей на мою хитрость все равно. Вот так, прошли. Так, теперь какие-то... Это мне не нравится это. Ага, это джампинг, это прыжки, да? То есть... Там... Ясно. То есть надо делать вот так вот. Раз. Ух ты. Пролетаем, 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 пролетаем. Вот так. Нет, тихо. Есть, пройдены. Пройден сложный этап. Так, зубастые машины, нет. А когда будет злая такая машина наблюдающая? Я не знаю, я вообще не знаю, что там будет в финале, сейчас посмотрим, поглядим. То есть это бежать туда, цепляться за самый краешек, что ли, как? Цепляться за... Нет, нельзя, смотри. А, вот все, вот так, все, ясно, 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 я смогу, о, нет. Я надеюсь, тут есть чекпоинт сейчас, потому что мне не хочется еще раз это проходить. Но принцип вроде ясен. Так, сюда, поднимаемся. Опа, оп, назад. Вот так. И вот так. Даже подпрыгивать не надо, просто бежать по инерции вперед. Давай, бежим. Вот так. И, опа. Лео, держись, Лео. Лео, держись. Нет! Все, есть, прошел. Что это за цветочек? Это колесо. Истории. Да. Давайте на него прыгнем. Все болтается, все страшное. Все... Вековая пыль, главное ее не спугнуть. Потому что, ну... А почему? Ой-ой. А, ясно, это делать вот так. Ну, потому что... Оно все очень... А, надо это в эту сторону, потом сюда. Сюда. Что это за колесо? Я не знаю, но мне страшно здесь. Я тут сейчас чуть не упал. Опа. Не получилось? Не получилось. Опять не получилось. Сейчас. Тихо. Вот сюда. И... Вот так. А, все, тихо. Все болтается, все висит, все страшное такое, все. А как нам? Надо раскачать, наверное, это колесо, чтобы вот так аккуратненько пройти. А дальше что? Дальше. Может, мы внутри этой наблюдающей машины? Скорее всего. О, понятно, надо было просто прыгнуть вперед. Может, мы внутри этой наблюдающей... Я же говорю, скорее всего... Как? А, вот так. Хорошо. Слушайте, мне вот эта мистика на самом деле очень нравится. Вначале было очень много драйва. Он носился, падал, прыгал, летел куда-то. А здесь вот... Вот машина. Мы все ближе к ней, смотри. Вот большие глаза. Да. Мы приближаемся к этому механизму. То
То есть это, скорее всего, все ее золото находится в этом механизме. Я думаю, что все четверо родственников, включая Матильду, Ольгу, Сергея и Виктора, они все его золото поместили в эту машину для того, чтобы он прошел. Я думаю, что все эти механизмы, вот эти страшные, построил сам Лео. У меня такое ощущение. Нет. Да? Нет. Я так думаю. Нет. Давайте так, я делаю ставки. Серьезно, мне кажется, что это все построил он, и он просто забыл, потому что эти Матильда, в общем, Матильда, Сергей, Виктор и, как ее зовут-то, Ольга, они просто сделали так, чтобы он сам заново проходил, свои эти ловушки. Это точно эта машина. Да, она здесь подключена, какие-то лампочки, смотрите, что-то светится. Ничего нажать нельзя, к сожалению, но зато... Давай пойдем туда. Ой, там наверху что-то... Давай туда, что там? Мы отсюда прибежали только что. Да. Продолжаем движение. Ладно, опускаемся вниз. Вот какой-то рычаг. И золото. Все, мы ничего не можем... Подожди, мы ничего не можем нажать. Так, то есть, скорее всего, он... Да, он дошел до всего золота. Я думал, что это все его родственники сюда поскидывали золото. Мы прошли уровень, все звезды собрали. Жертв 30. Боже мой, мы 30 раз уже принесли Лео в жертву. Мы добрались до золота. 20. Все, ребят, то есть идея действительно в том заключается, что когда у человека очень много золота, он черствеет, он не обращает внимания на то, что рядом с ним находятся его любимые люди. Вот. Поэтому берегите своих родных обязательно. Давай. Мы прошли игру. А, нет, мы не прошли игру, еще 20 уровень. Да! Я тут уже прощаюсь с вами. Нет, мы еще не прощаемся. Но если что, вы подписывайтесь. Продолжаем. Я прошел до конца. Я вернул золото, украденное Матильдой. Но что я обнаружил? У машины не осталось металла. Она замрет и не проснется. Может дать ей немного золота? Похоже, его никто не хочет. В этот раз я не приму отказа. Он повернул рычаг, и все золото, наверное, сейчас высыпется в этом, точно, в этот механизм, в эту машину большую. Так, зажегся котел, подогревается, поднимается температура и давление, скорее всего. Тогда я подумал, что все кончено. Я был готов идти домой один. Он расплавился свое золото. Но я был неправ. Вены машины закрылись, сердце замерло. Клапаны не работали. До смерти машины оставалось пара минут. И что теперь с ней сделать? Но он расплавил золото. Вот, сердце инженера. Он расплавил все золото, и мы куда-то летим. Давай. Это лучше в раскаленное золото не прыгать. Ты. Что ты? А что теперь с этой машиной случилось? Ну, я так понимаю, что он все-таки не теряет надежды восстановить машине жизнь. Так, нам вернуться назад или прыгнуть вот сюда? Сюда. Давайте, да, посмотрим. А, да, потому что там внизу золото налито. Ну окей, смотрим, что здесь. Ведь все в золоте и так далее. Нам нужно опять активировать рычаг. А, ну да, вот же кнопка. Золото вливается. А почему теперь это раскаленное? Он раскаленное золото должен отправить в сердце машины. Вот мы сейчас помогаем этому золоту двигаться дальше. Так, я думаю, как же свое золото? Ну, он же сказал, что он решил от него отказаться. То есть он теперь сделает все, чтобы вернуть жизнь машине. Потому что, ну... Чтобы запустить ее сердце. Так, запускаем один рычаг. А, это какой-то пазл, понятно. Что-то тут происходит. Это в эту сторону крутится, а это в другую сторону крутится. И что? И что дальше? Я не понимаю. Ладно, давай посмотрим. Знаешь что, давай мы глянем. Пазл-то пазл. А, понятно, вот надо сдвинуть вот этот вот рычаг. Смотрите, сюда. Правильно? Я сейчас, подожди. Ну давай, нажму вот сюда. И надо, чтобы он попал именно в паз вот сюда. Вот. Потом мы его поднимем. Все, сейчас мы развернем эту штуку. Вовремя надо будет с нее спрыгнуть. Оп. Толкаем эту планку до упора. Не знаю зачем. Но я думаю, что... И что вот это за рычаг? Ага. Понятно. И туда надо что-то положить будет, да? Потому что...
Все, то есть теперь этот механизм делает вот так. Сейчас нас прибьет. Не прибило. Это хорошо. А теперь? И что? А, теперь, наверное, мы можем куда-то прыгнуть с этой планки. Да, вот. Нет. Да, нет, не знаю. Да нет, не знаю. Угу. Сейчас я думаю, как ни странно. Можно я вам? Да, можно. Опа. Ты хотел, наверное, там наверх запрыгнуть, да, туда? Угу. А, да, Илюша прав, молодец, точно. И сюда... А, вот, вот педаль какая-то, сейчас что-то опустится, наверное. Окей. Теперь, ясно, теперь возвращаемся вниз. Все правильно. Теперь прыгай вниз. И вот эту планку, которую мы завернули, ее надо опять вернуть назад и сдвинуть. Да, то есть нажимай вторую педальку. Сейчас она сдвинется. Все, и выталкивай ее теперь. Все, стоп. Стой, 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 да. Выталкивай теперь планку. Мы ее зажали. Надо ее немножко отпустить там. Аккуратно, шипы! А? Что, все заново теперь? Нет, не заново. Нет, не заново. Чуть-чуть, да. Оп, стоп, 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 стоп. Вот так вот. Смотри. Раз. Опускаем. И все, хватит. Поехали. Нет, не хватит, оказалось, надо еще. Ну, то есть, ну давай, хорошо, еще. Не в другую сторону. И оп, вот так. Все, теперь потащили планку до упора. И ею мы нажимаем педальку. И все. I sold it. Давай дальше. Аккуратно, там может быть золото расплавленное. Не спеши. Шестеренка. Как ее взять? Или это не та шестеренка? Это не та, наверное. Да, наверное, не та. Да, смотри, мы сейчас нажмешь педальку. Ну, а куда ж ты прыгаешь? А золото. Надо прыгнуть наверх туда. Да, наверх нажимаешь, и выливается золото твое. И там же внизу шипы, поэтому давай влево, 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 влево вниз. Это право. Ну и все, теперь умирать придется. Или все. В золото ныряй. Ну конечно. Смотри. А, вот тебя уже вернули сюда. Давай, влево. Это вправо. В другое лево. Это что, забыл, где лево? Опять пазл. А-а-а, надо думать. Ну ты усами пытаешься подтолкнуть эту штуку. Ты не настолько сильный, как тебе кажется. Попробуй. Попробуй сначала в присядку. Да. Не получается. Давай, давай не будем взламывать идею. Давай думать насчет пазла. Эй, лево, вылезай. Так, смотрим сюда. Что мы делаем? Мы делаем вот так. Ага, понятно. Мы поднимаем его много-много-много раз. Смотри, надо делать так. Опа! Да? Правильно я понимаю? Да. Да, она постепенно его поднимает. Опа. Давай, 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 опускайся. Так. Он поднимается или нет? Или... Да, да, поднимается, потому что оно постепенно по одной. Нет? Не поднимает? Нет. Как так? А почему? Смотри, можно еще туда. Так мы туда пришли. А, мы туда пришли. Сейчас, что-то надо здесь делать было. По-моему, надо просто делать это резче. То есть надо именно делать раз и такой и резкий прыжок. Чтобы для того, чтобы этот рычаг опустился очень-очень резко вниз. Вот, вот так вот. На самый-самый край нужно делать, да, наверное? И вот так. Да, точно. Все, надо просто быть сильнее. Лео, ты можешь. О! Получилось, да? Там она вроде бы зашла вот, да? Да. Вот так вот, все. Вот, теперь все ясно. Надо было просто делать это резче. Потому что я не... мы боялись как раз с тобой сломать механизм. Надо было быть смелее, жестче. Это же механика. Nice. Так, здесь вот надо быть аккуратно. Ой, я не то нажал. Надо, это надо золотая было... пила! Он был другую кнопку нажать. Да не, она не золотая, она просто подсвечивается. Бум. Ой, ой. Эй. Классно, он так себя ловит. Эй. Тихо. Ага. Давай лево в эту сторону. Кажется, в этой машине есть даже пилы. Вообще-то эти пилы нас и уничтожают, если ты не заметил. Надо восстановить сердце машины. Да, мы этим и занимаемся.
Только как вот с этим отбивать? Вот. Все, получилось. Не знаю как. Не знаю как, но получилось. Так, разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. Я думаю, что схватит разгоняться. А, вот золото наверху наше раскаленное. Да. А, видишь, закрыта дверька. И надо нажать и бежать. Я в этом уверен. Да, точно. Прав, я был прав. Нажимаем и бежим. Run, Lola, run! Мне кажется, надо, надо бежать! Вот это неожиданно! Это было неожиданно. Нас чуть не поджарило. Раскаленное золото! Ладно, что, вслед за ним, что ли? Остаточные явления было, что там. Ладно, подождем. Все ли оно, интересно, там уже слилось? Все, мы можем идти? Да. Я тоже не знаю. Я уже переживаю. Залево. Так. Нажимаю. Слилось куда-то. И что? И что мы делаем? Куда мы летим? Мы летим сюда, наверное. Да, точно. Я прав. Опять летим куда-то. Лео, лети, Лео! Опять большая педалька, и опять надо будет бежать. Смотри, потому что вон наверху золото закрыто. Мы нажмем на педальку, оно будет лететь на нас. Бежим, 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 бежим. И опять тут шипы, да, то есть, ну... Ну ладно, и побежали, значит, как всегда. Да. Лео, беги, Лео, 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 ну ты что ты, ну... Ой, ой-ой-ой, ой-ой. Что ой-ой? Ну, ты видишь, что происходит? Она там заполнила территорию снизу. Так, а вот какой-то механизм, какая-то штука, смотри. А почему она не двигается, хорошо. Ну, там осталось почему? Не знаю, вот сейчас мы нажмем педальку и посмотрим. Там что-то открылось. А, нет, нет, нет. И что произошло? А, мы запустили вот эту. Вот я на нее и пытался понять, что это такое. А теперь что? Не знаю, сюда. Тут путь один. Я так тебе скажу. Эй, выпал. О, тут попрохладнее. Видите, там где темно, там прохладно. Так, а зачем я прыгаю сюда? А, все правильно, я прыгал. Молодец, я, оказывается, это все дело нужное. Хорошо, и бежим. Бежим, 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 бежим. Не знаю зачем. И что? То есть надо успеть туда-обратно, что ли? Да. Хорошо, ладно. Бежим. И бежим. Да, действительно, надо было успеть туда-обратно. Так, тихо, золото. Там золото плывет. Подождите. Все уже золото уплыло. Хорошо. Так, то есть все. А, золото теперь подняла эту дверьку. 20 уровень тут такой напряженный, да, Илюша? Надо восстановить сердце. Сердце машины. Срочно! Сердце машины, да. Срочно надо восстановить. А то она сейчас. Оно с ним ничего не происходит, в том-то и дело. Поэтому его надо и восстановить, потому что с ним ничего не происходит. Опа, сердце машины. А почему надо восстановить? Ну, чтобы она заработала. Мы же запускаем сейчас, пытаемся запустить механизм. Механизм. Я был на грани. Лео, Лео, пожалуйста, не надо. Мы тут так вот с тобой такой путь прошли, а ты взял меня вот так вот, подставил. О, началось опять. Они быстро, смотри, шевелятся эти штуки. Ай. А как лететь? Вот так вот? Да. Нас разрезало, поджало нас. Но и как тут лететь? Иди, подожди, надо, а, надо не прыгать, надо не прыгать. Ай, да ну не прыгать, говорю. Не прыгать, а просто вперед идти и надуваться. Видимо так, да? Сейчас, сейчас. Оп, оп, вот так. Не, почти, ну была же правильная идея. А, вот тут чекпоинт есть, это хорошо. И все очень просто, это же элементарно. Второй раз на одной и те же грабли наступил. Все, все. О, и чем дальше, тем веселее.
А, здесь нужно все равно. Нет, поздно. Поздно. Здесь надо вот так. Нет, нет, не. Почему? Думаешь? Нет. Нет. Ну, надо просто здесь нон-стопом делать. И сейчас. Вот так. Побежали. Вот так и все. Шипы и вот педалька. Ой, что-то мне не нравится. Ой-ой-ой. Тихо. Так, золото сливайся, ты горячая. Ты хоть и мое, но ты горячая. Так, какие-то сферы. Когда же будет сердце? Сердце машины, да, наконец-то. Давай. Теперь надо здесь быть. Нет, нет, подожди, не нажимай, то сейчас. Сейчас надо вовремя отпустить кнопку просто. Вовремя отпускаем кнопку. Кнопку. Ты видел, вообще получилось. Ой, рано. У нас кошка. Это Маха пришла. Да. Она всегда к нам придет. Приходит, да. Ой, это что ж такое? Почему сразу летит вниз так резко? Она нас поджимила. Так. Слушайте, по-моему, это самый-самый-самый длинный эпизод, да, если не ошибаюсь? Да. Сейчас, вот а так. Будет еще, наверное, 21 уровень. 21? Да. Да не надо, хватит. Кнопка, одна большая кнопка. Дыш! Мы сливаем золото в сердце. Вот вон сердце, механическое сердце, его было видно. Вот эта воронка большая, сюда вливается наше золото, которое мы собрали и расплавили. И оно будет сейчас попадать в механическое сердце. Смотри. Смотри, видишь, оно забилось. Бух-бух. И сейчас этот механизм оживет. Это какой-то большой робот. Вот он, сейчас глазище откроет. Такой. Вы меня вызывали? И он сейчас такой. Лео, привет! По чайку, да, мы... Ноль. Ноль звезд. 31 жертва и 0 звезд. Лево удачливый, завершили эпизод номер 5 за 18 минут. За 18 минут, представляете? Да. Мне кажется, больше. Ой, смотрите, она куда-то едет. Эта штука. Мое золото ушло внутрь паровой машины. Это было странное чувство. Я был опустошен, но не устал. А потом куда? Что же, кажется, все получилось. Леопольд, ты ранен? Конечно, я раздавлен, не могу прыгать, еще меньше подпрыгивать и парить. Не знаю, что это значит. Ты всегда чудно выражался. Да, выражается он чудом, действительно. Но, пожалуй, я пойду. До дома далеко. Так Матильду забери с собой. Милый Лео, если ты не против, я пойду с тобой. В тот день я потерял все свое золото. В странной машине мира, в чуде инженерного дела. Куда она уже уехала? Улетела, да, инопланетяне. Но в итоге я достиг своей цели. Она куда-то, да, улетела очень была далеко. Я вернул свое богатство. Куда-то уехала машина. Я думаю, что... О, и титры пошли. Я думаю, что она поехала дальше, найдет какого-то Лео, подсунет ему золото. Вот, сольет в монеты и будет какой-то другой Лео опять их собирать. Мы прошли игру, сын. Да. Ну, точнее, я, конечно, больше прошел. Илюша подсказывал. Ставьте нам лайки. И подписывайтесь на наш канал Жестянка. И, кстати, на картонку заглядывайте. Пока-пока. Пока.